The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. А сейчас? Я думаю, слышно, да? Отлично. Прошу прощения, коллеги. Всем привет, включили запись. Так, ну давайте. Итак, у нас сегодня вебинар, я вас всех приветствую, посвященный управлению командой в гибких методологиях разработки. Мы рассмотрим вопрос лидерства, мотивации, роли, риски. Но прежде всего, как бы хочу вас настроить на позитивную волну. Значит, смотрите, это немножко авторский вебинар. Я буду рассказывать практические вещи, сугубо практические, с которыми мы сталкиваемся в течение вот профессиональной жизни, команды, проектов и так далее. Поэтому с чем-то там кто-то будет согласен, кто-то не согласен, но у меня искреннее желание поделиться максимум информации, аналитики и выводы сделайте вы сами. Ну, мы постараемся, конечно, сделать выводы, но все-таки хочется обратиться к разумным людям, дать максимум информации, поделиться максимум опыта. И наш мозг способен, когда вот дать, думаю, у нас достаточно информации, все-таки сделать правильные выводы, и каждый, я думаю, сделает правильные, полезные выводы для себя. Вот. Значит, в чем проблема? Зачем мы сегодня собрались? Мы собрались поговорить о лидерстве, о том, как удержать команду, кто такие разработчики, какие роли есть, детально по каждой роли пройтись прям в мелочах и подумать, все ли мы делаем для того, чтобы команда развивалась, преуспевала и, так сказать, мы были довольны развитием бизнеса, развитием веб-проектов и так далее. Ну, на слайде, видите, вот все начинается хорошо, веб-студия, делаем несколько проектов, а потом люди почему-то уходят, уезжают в Яндекс, и такое впечатление, что все умные люди, все мозги будут вечно утекать в Москву или куда-то в Яндекс, там, да, и никого не осталось. Вот. А потом они из Москвы утекают в Германию и так далее. Я хочу этот миф развеять, потому что по опыту, вот, у меня много знакомых в Германии, и в Яндексе есть коллеги, и не только, и в Америке, и в России. Дело в том, что мы дальше об этом подробно поговорим. На мой взгляд, все-таки это путь, ну, не совсем для всех. Это путь для единиц. Ну, давайте я не буду забегать вперед, мы об этом поговорим. Ну, то есть, чтобы не было какого-то негатива у нас, вот, депрессняка. На самом деле, это далеко не так в жизни. И можно много сделать для того, чтобы вообще этого не было. И мы могли трудиться и делать наши проекты, значит, в любом месте с большим удовольствием. Так, звука пишет нет. Есть, да, я думаю, звук. Так, идем дальше. Значит, смотрите. Первое. Как обычно в наших вебинарах, это говорить честно, как есть. Без маркетинга, без продаж, о жизни. Значит, мы определим цели, которые стоят перед вью-проектом. Мы поговорим о команде очень подробно, детально. Мы поговорим по ролям. Мы
затронем компетенцию, вообще как ее мерить, кто должен мерить и какие там есть критерии и так далее. Мы остановимся подробно на мотивации. Я расскажу, на мой взгляд, какие мотивирующие факторы нужны и аналитикам, и сисадминам, и разработчикам, и менеджерам. Вот. Но я больше с инженерной точки зрения буду говорить, потому что я сам инженер, изнутри как бы вот проекта буду вещать. А вы, естественно, будете своими бизнесовыми знаниями дополнять. Вот, мы посмотрим популярные байки, подумаем вообще, как бы сказать, ну, разберем на самом деле, которые из них настоящие и которые на самом деле являются там вымышленными, да, вот, и постараемся стать сильнее. Запись вебинара ведется, да. Итак, ну, поехали. Значит, цели проекта. Почему-то, по опыту скажу, что менеджеры, особенно начинающие, почему-то как-то странно представляют себе цели веб-проекта. Вот. Также цель странно представляют себе разработчики, особенно неопытные разработчики. Если разработчик опытный, он как опытный солдат, который курит тихонечко и метко стреляет. Вот. Неопытные разработчики вообще как бы, то есть они не понимают вообще, у них какой-то драйв там неестественный, естественно какое-то экзальтированное состояние. Вот. У менеджера там тоже какие-то планы свои, но давайте определим все-таки цели, что мы хотим. На мой взгляд, очень хороший аналогии к веб-проекту и вообще программному проекту, который мы делаем, в частности в студии и не только в студии, вообще программируем, это альпинизм. Вот я не знаю почему, но вот последние годы у меня складывается такое ощущение, что это альпинизм, потому что, во-первых, постоянный риск. Можно сорваться в любой момент и полететь в пропасть. С другой стороны, есть опыт, есть мышцы некие. То есть ты уже висишь, и команда висит с тобой на ответственной скале. Вы уже научились правильно соблюдать технику безопасности, делать некие страховочные элементы. То есть если сорвете, скорее всего, повиснете на веревке, но это не факт. Но, скорее всего, повиснете. Вот. Короче, надо влезть. Влезть, впереди много неизвестного, и лавины, и снег. Вот, и даже инопланетяне могут быть, мы о них дальше поговорим. Вот, дальше, значит, запись будет, да. Значит, как можно ближе к сроку. По поводу оценок веб-проектов, это отдельная тема, мы тоже затронем. Могу сказать сразу, вот, если бы это была не веб-студия, можно было дать проекту более-менее точную оценку, если бы требования менялись. Для этого нужно составить подробнейшее техническое задание, выявить требования у клиента, формализовать их, мы об этом дальше поговорим. Но, как правило, клиент сам не знает в деталях, чего он хочет. Менеджер не понимает, не умеет формализовывать требования. Бизнес давит сроками. Считается, что разработчик сам догадается. В общем, возникает некая каша. Естественно, в таких ситуациях любой прогноз – это гадание на кофейной гуще, говорим абсолютно точно. Поэтому рассматриваем как риск. Дальше. По дороге к цели надо никого не потерять. А это можно. Люди могут, кстати, уйти. Вот. Или там мы можем, там, не знаю, потерять квалификацию, там данные могут утечь клиента, там вопросы безопасности, можно на них отвлечь. Вот. Дальше. Помимо того, что мы влезли, пойдет нагрузка. Надо закрепиться. Надо закрепиться на вершине. И хотя бы ночь там, так сказать, поспать. Потому что возникают риски, с которыми веб-разработчики вообще никогда не сталкивались. Это риски системы администрирования. Это большие риски, это большая область знаний, которая требует несколько лет на постижение. И, на мой взгляд, сейчас в веб-студиях у нас, у партнеров, с этим достаточно туго. То есть есть хорошие разработчики, есть продажники, и почти нет нормальных сисадминов опытных. Это проблема. Самое интересное, что у крупных клиентов их тоже нет. И мы вынуждены консультировать и крупных клиентов, и партнеров, рассказывать детали, как устроен Unix, что такое высокие нагрузки. Идем дальше. Естественно, надо заработать денег. Дальше. Очень быстро может возникнуть идея переместиться между вершинами, как можно быстрее там перелететь. У клиента появились идеи, ему нравится проект, он готов с вами работать. И тут возникает целый спектр рисков, о которых мы дальше поговорим, которые еще непонятны на данном этапе. Ну, то есть команда у вас есть, ребята есть, все как бы все хорошо взлетели. И тут надо написать в 3 раза больше кода сложного. И тут, оказывается, никто этим раньше не занимался. Люди начинают запутываться в собственном коде. Это ужасное зрелище, когда ребята начинают страдать. Они не хотели, они не знали про это. Они просто с этим не сталкивались. Они никогда не работали в крупных компаниях, где пишут десятки тысяч строк кода. Коллеги, я с этим сталкивался. Я дальше расскажем, как, в общем, от этого уходить, как можно этому противостоять. Это очень серьезная проблема. Дальше. Умение копать вглубь. Потому что веб-разработчик думает, что он такой крутой, на битве что-то своял.
и не знает вообще, как устроена PHP. То есть он знает PHP на 30%. Он не знает, что такое системные вызовы, он не знает, что такое сетевой стек, он не знает, что такое TCP IP. То есть человеку надо копать вглубь, а он даже не знает, что это нужно, он думает, что он крутой. Ну и, конечно, умение строить горизонтальные небоскребы, это про то, что у клиента появляются идеи, либо, ну, обычно у клиента, но может быть у вас. И, к сожалению, правильно выстроенный проект, построенный правильной командой, может превратиться в такой кошмар, адский просто кошмар, через сколько-то итераций. Но надо сразу понять, что ничего страшного тут нет. Если у вас есть опыт вот такого развития поэтапного проектов, этот опыт приходит со временем, это тяжелый опыт, но его надо его стяжать. Ничего страшного. Часто, в большинстве случаев, проекты, вот вы запустили технологически, дальше вы что-то настроили, построили горизонтальный небоскреб, прыгнули на другую вершину, там долетели, не долетели. Часто все, на этом все заканчивается. На этом заканчивается, и в принципе можно идти дальше. Но иногда надо строить дальше вот эту вот горизонтальную часть, и тут требуются специальные знания. Мы дальше об этих рисках подробно поговорим. Коллеги, задавайте, пожалуйста, вопросы. Пожалуйста, вот по теме я буду вот между слайдами на них отвечать, не стесняйтесь. Итак, подбираем команду. Нам нужны скалолазы. Нам нужны люди. Внимание! Мы не подбираем всяких там дохликов, у которых сопли текут. Нам нужны скалолазы, которые полезут. Разработка, программирование – это рискованная область деятельности. Мало того, что она сложная, она покрыта рисками. Риски могут возникнуть везде. Поэтому, ну, как сказать, без наркотика тут нельзя. Я, конечно, в кавычках говорю. Должен быть драйв. То есть, так как эта область сложная, полно рисков. Никто же не пойдет, вот, так сказать, в бой просто так без каски, без бронежилета. Умные разработчики это понимают. Поэтому что мы тут можем сделать? Во-первых, надо выбирать смелых людей. Либо создавать в команде атмосферу храбрости. Это должны быть люди, готовые идти на риск. Как это сделать? Не знаю, поставить кофемашину, улыбаться, сделать теплую атмосферу, положить печеньки. То есть, прежде всего, надо людей согреть. Потому что они реально пойдут сейчас, так сказать, получать очень некие болезненные пинки, потому что любая разработка – это некая боль. Всегда. Это нужно понять. Это люди не пришли там за зарплатой, они пришли работать. Если же это люди у нас будут боязливые, трусливые, нерешительные, это все. Это все, это будет не бей лежачего проект. В итоге мы дальше поговорим, к чему это может привести. Дальше. Второй момент – техника безопасности заказчика. Очень важный момент здесь какой? Заказчик может все сломать очень легко, если его допустить до команды разработки. Надо его изолировать. Заказчик будет креативить, к сожалению, часто он не понимает, чего он хочет. Это большая проблема клиента. И объяснить ему, что он говорит чушь какую-то эмоциональную, очень сложно. Для этого что делается? Обычно для этого ставится менеджер, который закрывает команду от заказчика. Как только менеджера прогибают, такое иногда может быть, заказчик врывается в инженерную вот эту инфраструктуру, в производство, и начинается кошмар. Нарушаются техники безопасности. Самое страшное, что ему может помогать в этом менеджер. Если менеджер слабенький, он начинает давить на разработчиков и нарушать требования техники безопасности. Что такое техника безопасности? О чем я говорю? Это, дальше у нас не детальный слайд, это стандарты кода, это документирование кода, это вики, это регламент выкладки изменений на тестовый боевой сервер, это система контроля версий, это управление требованиями клиента. Это все должно соблюдаться свято и неукоснительно. Ни в коем случае это нельзя нарушать. Как только это нарушается, начинается, сразу возникает бардак. То есть в раз бардак, два бардак. Проходит 3 дня, кто будет бардак убирать? И начинается хаос. Крики, стёб, значит, и так далее. Все потому, что просто кого-то эмоционально впустили в команду. Дальше. Тут у меня, значит, уже пошло скорость подъема компетенции. Здесь по поводу скорости. Естественно, начинающие разработчики, они боятся, как бы, они не уверены в себе, да, и могут там работать медленно. Ничего страшного в этом нет. Но, естественно, должен быть адекватный срок. В оценках мы дальше поговорим. Если кто-то вырывается вперед, какой-то разработчик, такое может быть, опытный человек, пускай помогает другим. Пускай помогает другим залезть, там, закрепить страховку. Нечего тянуть на себя одеяло. Бывают люди, ну, как сказать,
склонны к экзальтированному поведению, которые получают удовольствие от того, что кому-то плохо, или, допустим, они получают удовольствие от каких-то кризисов, от конфликтов. Этих нужно сразу, я не знаю, нужно принимать меры, потому что никогда в инженерной команде никто не будет получать удовольствие от того, что плохо и что-то ломается. Должно быть все в порядке, должно быть все стабильно, должно быть все правильно, ясно, четко. Если кто-то тянет всех наверх и получает это удовольствие, его надо снимать. Это важно. То есть следите за моральным климатом. Никто не должен вырываться вперед и заниматься троллингом таким. А это люди бывают не понимают этого и этим занимаются. Особенно какие-то сильные разработчики. Они любят троллить слабых. Это ужасная, ужасная потеря времени, которая может привести вообще к коллапсу в какой-то момент. Дальше. Как разбить лагерь и укрыться? Здесь о чем я говорю? О том, что люди пишут код. Естественно, вы, скорее всего, знаете об этом, но нужно делать резервное копирование. Нужно настроить и использовать систему контроля версий. То есть все изменения, сделанные разработчиками, вся переписка, весь код должен сохраняться, допустим, ежедневно, да, в контроле версии. И первое. И должно делаться резервное копирование. Разработчики это делать умеют, дайте только им время на это. И проследите, что они это делают, чтобы можно было откатиться. У менеджеров, к сожалению, здесь может быть больше проблем. Люди, так как они менеджеры, они меньше занимаются IT, они в меньшей курсе IT, меньше курсе новинок. Вот, и у них может быть там бардак в письмах, каша на рабочем столе. То есть у человека грохается винчестер, и все. У него пропадает вся переписка с клиентом. За этим нужно четко следить. Менеджер должен коммить все свои изменения, в вики сохранять, в контроль версии сохранять. Ну, обычно в вики сохраняют, но чтобы не в переписке, там человек уволился, а потом все потеряно, общение с клиентом за 3 месяца потеряно, в переписке где-то, у него в каше в этой. Он должен все заносить в вики. Тогда будет порядок. Тогда, если что, можно посмотреть, хотя бы понять, что, о чем договорились с клиентом. Особенно дальше поговорим, это касается крупных проектов. Коллеги, вопросов я не вижу, не пишите. Значит, дальше. Различные лавины – это стихийные бедствия, которые могут быть, я имею в виду, утечка информации. То есть это может уйти разработчик ключевой из проекта в любой момент. Что в этом случае можно сделать? Если честно, ну, дешевых вариантов тут, наверное, нет. Дело в том, что если делать все правильно, как в крупных компаниях, то необходимо тщательно документировать код. Необходимо разработчикам обмениваться информацией о том, что делает каждый. К сожалению, это дорого. Это дорого, и редко кто это делает, потому что лучше пусть человек занимается каким-то модулем, пишет, нежели его переключать между модулями, все заставлять документировать, все заставлять тщательно проектировать и так далее. Это можно, но это дорого. Поэтому, если все-таки у вас кто-то уходит ключевой, то тут есть большие риски. Я не знаю, что порекомендовать в этом случае. Ну, наверное, можно порекомендовать просто иметь, ну, минимум, что нужно иметь, это, мы дальше мне слайд на эту тему, это исполняемые всеми людьми стандарты кодирования в команде. И исполняемые всеми менеджерами регламенты. То есть, если ты уходишь, другой менеджер, либо другой разработчик должен разобраться, постараться, у тебя должно быть все ясно в порядке по папочкам, чтобы человек там за несколько дней хотя бы понял логику и въехал в систему. Если кто-то там тянет одеяло на себя, я такой крутой, я звезда, там я работаю как хочу, то это большой риск, и если такой человек внезапно уйдет, у вас просто-напросто вас несет лавина, и вы потеряете там полгода, несколько месяцев. Особенно, если проект сложный. Вот. Что еще может быть? Ну, про инопланетян мы дальше поговорим. Про оборудование тут имеется в виду, в любой разработке, естественно, есть инструменты, которые желательно использовать. Помимо контроля версий, естественно, нужно автоматизировать процесс разработки. Это создать тестовые среды разработки, там, виртуальные машины, там, стейдж. Дальше должны быть ответственные люди, занимающиеся коммитом, проверяющие коммиты. То есть нужно создать некий процесс, я имею в виду под оборудованием, максимально автоматизировав работу и разработчиков, и менеджеров. Если вы этого не сделаете, вы будете делать на коленке, и вот это вот, вы будете терять кучу времени на ерунду, вместо того, чтобы эту ерунду автоматизировать. И это уже многие сделали, а вы просто не знаете об этом. Поэтому как можно больше нужно вещей автоматизировать. Да. Итак, значит, идем дальше. Итак, теперь копаем глубже, поговорим про разработчиков. Где их учат? Их нигде не учат, к сожалению. Опыт показывает, что студенты, даже в профильных специальностях, внимание, очень важный момент. Программист – это не математик. Важно знать. Программист – это не компьютер сайенс. Даже если человека учат этому, он может быть, прошу прощения, говнокодером.
Он просто какие-то делал лабораторные работы, он что-то теоретически знает, знает алгоритмы, знает деревья, но посадить человека написать код, он будет его писать, сам в нем запутается, код начнет кровоточить ошибками, человека начнется нервный срыв, и это говорит о том, что человек неопытный. Программисты, хорошие программисты часто это физики, инженеры, либо просто люди, которые когда-то начали этим заниматься. Это, знаете, вот на что похоже? Это похоже на фанатиков. Тот человек собирает марки, человек занимается автомобилями. Это фанатик. Он пишет код. Он пишет код днями, ночами. Ему даже на самом деле зарплату можно не платить, он будет писать код. В свободное время, в отпуске. Вот это программист. Их нигде не учат. Это такие люди, их надо искать, которые любят им смотреть консоль, часто в очках, вот они уже зрение посадили. И вот это вот гики такие. Дальше. А по поводу стажировки. Естественно, человек там занимается какими-то проектами, может быть, в open source, на GitHub там что-то пишет, но важно, чтобы у человека было некое портфолио, которое нужно посмотреть. Это важно. То есть это покажет, что человек, возможно, может работать в команде. Он как бы пережил хотя бы один проект. Пережить проект – это дано не каждому. Очень важна эмоциональная устойчивость. Потому что это разные люди. Кто-то кому-то дает совет, кто-то там троллит, кто-то еще чего-то. Есть появляется менеджер. Разработчики не любят менеджеров, потому что они считают менеджеров тупыми людьми, которые неудачниками. Хотя это совсем не так. То есть, понимаете, это не так. Но есть такое отношение к менеджерам, что это просто они не нужны, они мешают заниматься любимым делом. Поэтому надо посмотреть обязательно портфолио. Я даже не знаю, ну то есть, если вы сможете понять, что это за уровень проекта, вы берете человека на магазин, а он занимался магазином, и где-то там можно почитать, это хорошо. Если вы не можете понять, пригласить специалиста какого-то, который понимает портфолио, вам объяснит. Дальше. По поводу гуманитариев и инженеров. К сожалению, в разработку, особенно в вебе, из-за того, что это денежное дело, и за это платят, идут люди с совершенно непрофильными специальностями. Иногда им удается достигать высот, и это хорошие разработчики, это хорошие аналитики получаются. Но, к сожалению, часто у этих людей большие пробелы в неких разделах фундаментальной науки. Например, они могут совершенно не знать алгоритмов стандартных. Они будут вам делать везде сортировку пузырьком. К сожалению. Хотя этот классический алгоритм написан уже его изучают там, не знаю, в дискретной математике, в алгоритмах. То есть, если этот человек как-то связан в ВУЗе с программированием, это обязательно проходили. Если человек не связан вообще никак, я не знаю, там он, не знаю, там юрист, экономист, там, бухгалтер, он даже инженер может быть. Вот у них, у инженеров не было курса там алгоритмов. Все, он не знает этот алгоритм. И поэтому человек должен заниматься самообразованием. То есть, если человек гуманитарий, но он активно учится, вы видите, у него стопочку книжек по программированию, он читает правильные книжки, там, Unix, там, занимается, там, изучает серьезные языки, типа C++, то есть, там, Java и так далее, или там, копает там, системное администрирование, или копает компьютер сайенс, или копает нейронные сети, скорее всего, ему можно доверять. То есть, внезапно вы не увидите в коде какую-то очевидную жуткую чушь на бою, которая жрет кучу ресурсов, все потому, что человек просто не знает, что есть вообще в мире дискретная математика, он просто об этом не знал никогда. Он не виноват, он хороший человек, но он не знал. Поэтому, на ваше усмотрение, я предупредил, есть риск. Как проверить, что это настоящий разработчик? Как проверить? Ну, я уже, в принципе, о критериях сказал. Это должен быть фанатик. Вот человек, который любит программировать. Он любит сидеть, колупаться с ребятами. То есть, если этот человек любит спортзал, если этот человек любит, там, любит начальство, если он любит выступать, это не программист. У него другая задача. Он, может быть, хочет поработать программистом, чтобы заработать денег, но это не программист. Программист – это человек, который любит смотреть в код. Это вот чиганутый такой. Вот я такой. То есть это определенная категория людей, совершенно не похожих на остальных. Понимаете, иначе это будет менеджер, которого заставляют программировать. Обычно менеджеры – это страшные говнокодеры. Они программируют, потому что они хотят стать начальником отдела разработки. Они пишут жуткий код, который потом не работает. Поэтому люди просто будут мучиться. Умейте отличать. Если у вас есть кто-то, вот какой-то, не знаю, ботаник, который реальный программист, такой сидит вот этим, болеет, вот он и днем, и ночью, и в выходные, он и девочками не гуляет, и в спортзал не ходит, сидит и программирует. Вот просто пусть он проведет собеседование, поговорит с этим новым программистом. И он вам скажет, вообще, как бы, человек это разработчик или нет. Я думаю, только так можно понять вообще.
Дальше. Какие технологии полезно знать и где этому учат? Тут очень большой риск в том, что, смотрите, технологий сейчас много. Очень много информации. И знать все, конечно, нельзя. Вот то, что сейчас вытворяется в вакансиях, и то, что пишут, значит, в резюме разработчики, это, как правило, полное вранье и профанация. Невозможно знать одновременно PHP, одновременно верстку, одновременно C++ и одновременно JavaScript. Да нельзя это знать. Западный опыт показывает нам, что человек может заниматься JavaScript только всю жизнь. И всю жизнь это будет отнимать у него full-time времени на протяжении, там, не знаю, 10-20 лет. Ну, то же самое, как врачи. То есть проктолог, да, и анестезиолог, это разные врачи. Что сейчас происходит в вакансиях, полная хрень. Требуют знания всего. Человек будет знать всего по чуть-чуть, он будет жутким дилетантом. И это потом у вас проявится в проектах. Вы будете за голову схватить. Поэтому, если человек знает, допустим, PHP, он знает хорошо. Он там, допустим, вот у вас веб-разработка. Он битрикс там за неделю человек понимает. Это как битрикс несложно. Его можно там за неделю разобраться, еще там месяц на интернет-магазин, еще там, не знаю, полмесяца курс-портал, в принципе, можно в бой отправлять. PHP тоже за неделю учится. PHP это очень простой язык. Но детали PHP, детали даются месяцами. Потому что там есть куча таких моментов тонких, о которых разработчики даже не понимают, что они есть. Они не знают, что такое Unix. А PHP встроен в Unix. А там сеть, а там FTP, а там сетевые стандарты, а там процессы, а там, взаимодействие между процессами, там, а там, там inter-process communication. Там куча деталей возникает, и человек проваливается. Поэтому не надо требовать, чтобы он знал все. Он должен знать, минимум, первое, проверка базового алгоритма. Он понимает, что такое сортировка, поиск деревьев и так далее. Дальше, он понимает, что такое реляционная алгебра, что такое база данных. Хорошо, знает MySQL, бог с ним. Пусть только MySQL знает. Это уже боец. Он знает, в общем, JavaScript без деталей. Детали JavaScript надо специализироваться. Там куча мелочей, эти все вот фронтенд и так далее. Это отдельная специализация. Он там может немножко верстать. Все, это веб-разработчик. Можно с ним работать. Если это фронтенчик, он там фанатеет от JavaScript. У фронтенчиков, к сожалению, JavaScript это, к сожалению, страшный такой, плохо стандартизированный, очень такой вот плохо структурированный язык. Из-за того, из-за его простоты, из-за этого языка, постоянно возникает куча библиотек. То есть контингент JavaScript гораздо ниже, часто гораздо ниже, но не всегда, чем контингент бэкэндщиков. В JavaScript идут, как правило, там, верстальщики, которые хотят там, больше получать денег. Они не программисты. Верстка это вообще не программист, это вообще другое. Но так, к сожалению, получается. Контингент, там, как правило, менее инженера грамотный. Но не всегда. Есть очень хорошие верстальщики, есть очень хорошие фронтенчики. Но их единицы. В основном у мозги это бэкэнд. Вот. И не веб-разработки. В основном это бэкэнд какой-нибудь enterprise, там, C++ и так далее, там, Java там, и так далее. Обычно там. То есть, либо это DBA крутые. То есть, еще раз, момент по этому пункту. Не требовать знать все. Пусть человек знает немножко, но знает хорошо. Идем дальше. Так, мне пишут, что фанатик может заклепаться в идеальную реализацию. Мы поговорим про ООП головного мозга, но, смотрите, хороший код по поводу фанатиков и закопаться в реализацию. Тут его можно наставить. Человек любит код, человек работает с ним, и можно объяснить, что, смотри, давай сделаем просто. Давай возьмем шаблон проектирования такой, простой. Давай сделаем просто. Потом ты доведешь, если нужно, доведем до ума. Это можно объяснить. Но это фанатик. Не фанатик, он возьмет скопипастит чье-то решение, потому что он менеджер, а не разработчик. Он скопипастит, вставит его, а потом будет говорить, что это кто-то ему сказал взять. Понимаете, что будет? Это не фанатик. Ему лень разбираться с кодом. Он не любит код. Он боится его. Он вздрагивает от лишнего кода. Вот что произойдет. Фанатик, для него код, он прозрачный, он светится. Он этот код видит в 20 вариантах, он может его переписать. Он даже за ночь себе перепишет и сделает правильно. Это фанатик. Не фанатик наговорит кучу говнокода непрозрачного и потом может слиться. Вот в чем проблема. Понимаете? Так, какие языки программирования? Ну, об этом поговорили кратенько по поводу языков. Я сказал там немножко по веб-технологиям. Теперь правильное отношение к коду. Опять-таки. Что вам пишут? Что мне пишут? Вопрос. Вопросы мне пишут, нормально пишут. Значит, дальше. Почему я так много пишу про код? Потому что, не понимая этого, мы завалим веб-проект. Просто завалим. Потому что это фундаментальная часть инженерной составляющей. Это основная часть вообще. Составляющая успеха. Дальше. Запись будет. Что такое правильное отношение к коду? Это любовь. Надо его любить. Уже говорил. Второе.
Очень хорошо, если люди увлекаются математикой. Математикой, либо алгоритмами компьютер сайенс, либо там реляционная алгебра, это все связано. Либо там человек там увлекается машинным обучением. Но это все должна быть некая романтика. То есть, если это человек образованный, но он может быть не гибкий. То есть, обязательно должна быть тут вот в этом технологическом спектре обязательно должна быть в разработке доля романтики. Человек должен гореть. Он должен гореть идеями. Он должен на совещаниях там присутствовать. То есть, выражать идеи, обсуждать. Может быть так, что это придет сноб, который знает много, и всех начинает троллить. И как бы дает всем советы. То есть, в данном случае это горе от ума. Лучше бы ты, чувак, ничего не знал. Лучше бы ты умел только PHP и MySQL или Bittrex. И делал это с утра до вечера. Вот тогда, если ты знаешь много и при этом болтаешь, даешь советы, путаешь людей, это первое. Второе. Знания могут запутать. То есть, человек, зная много, боится. Он боится много. Он вдруг начинает сомневаться. Типичные кейсы, допустим, математики боятся писать сложную программу, потому что они сразу оценивают риски. И так как у них нет навыка программирования, а программирование защищает нас. Если правильно писать код, ты себя постоянно защищаешь, и ты постоянно взбираешься по горе, и у тебя нет вот таких каких-то опасных моментов. Ну, то есть у тебя везде страховки, у тебя везде нарративное программирование, у тебя исключения, у тебя энкапсуляция хорошая, у тебя там, если ты функционально программируешь, у тебя функции аккуратные, логичные, у тебя структура данных защищена, у тебя документированный код. Ты не боишься писать много кода. А человек многозначий боится этого, и поэтому у него начинается ступор. То есть вроде знает много, а боится. Ступор. Тут поэтому нужна романтика. То есть человек должен хорошо влюбиться, чтобы пойти в этот кошмар математический, и тогда он выживет. Дальше. Третье. Отношение к коду. Команда должна любить код, боготворить его. Это самое главное, что есть у вас. Это работающий код внутри Битрикса, либо не внутри Битрикса. То есть вот это главное. Если же разработчики играют роль менеджеров, если они там соглашаются на сроки, если они занимаются садомазохизмом, говоря, я сделаю задачу не за 3 дня, а за 2 дня, это садомазохизм, это уже ненормальная ситуация. Это менеджер, это его задача там отжимать, там выигрывать и так далее. Это не инженер, это плохой инженер. Он устроит помойку в коде, и все. Вы просто, может, не понимаете, почему это так важно. Дело в том, что в коде всегда должен быть порядок. Если в коде беспорядок начинается, он заванивается, его надо чистить. Это нужно делать постоянно. Ну, как вот, представьте, рабочее место специалистов в мастерской. В мастерской должен быть порядок. Как только там начинается бардак, мешки, мусор, не убирается пол, там, загаженный стол, там, пьют одновременно, вы понимаете, что оно выражается на выходе? Это бардак и в головах, и в продукт. И это все потом начинает сыпать багами. Так как у вас веб-студия, у вас нет, не будет, скорее всего, да, скорее всего, нет хорошего, качественного процесса тестирования. Потому что это дорого. Все покрывать тестами дорого. Все проектировать дорого. Нужна поэтапная проверка. То есть тестировщики должны вникать в ТЗ. Это очень редко у кого есть. То есть, поэтому у вас что будет? У вас будет на выходе куча багов. Вы потеряете в репутации, ваши клиенты просто уйдут. Все потому, что у разработчика на столе бардак. Вот только из-за этого. Дальше. Следующий момент в коде. Ясность. И не только в коде. Вообще в инженерной, вот в этой как бы структуре производственной важна ясность. Какие риски здесь? Умничание. Есть люди от природы, ну вот, либо они развивались, либо так сложилось, они там учились много, либо они в школе хорошо, либо они будут, ну понимаете, у всех разный жизненный путь. Бывают люди от природы умные, но они не учились, ну там, ну из деревенчик приехал, да, но он умный от природы. В чем проблема? Умный человек может написать, он может 2 часа в чем-то разбираться, он разобрался, и как вот он разобрался, написал некую вещь, и на следующий день он сам не может в ней разобраться. То есть он написал некий, как сказать, кроссворд составил в коде. Либо в документации. Но обычно это в коде бывает. С этим нужно бороться. Это нужно прививать культуру ясности. Ясный должен быть код. Ясный. Если там встречаются головоломки, и люди ломают голову по 10, по 15 минут, надо эти вопросы поднимать и обсуждать. Ребята, давайте так не делать. Давайте писать просто. Ребята, зачем вы усложняете друг друга? Зачем то есть умничать в коде, это плохо. Надо не умничать, надо умничать простотой. Чем проще ты сделал решение и яснее для других, тем ты сделал правильнее. Умники до чего доходят? Если умников не останавливать, что может быть? Они, например, начинают
сами вот работают, как им удобно, они вставляют кучу библиотек, они разбираются в этом, пишут, потом становится скучно, они хотят больше получать денег, они уходят, в итоге остальные не могут разобраться, что этот человек сделал. У них нет времени раскапывать его ребусы, потому что он писал ребусами, ему так было удобно. Поэтому все это выкидывается и переписывается. К сожалению, теряется куча времени. Поэтому ясность. Дальше. Лаконичность. Это совершенно другая лаконичность и строгость. Совершенно на другом. Это о том, что нужно думать. То есть иногда люди не проектируют веб-разработчики и сразу пишут. Это плохо. Почему? Потому что вы видите не код, вы видите чей-то дневник. Дневник развития, личного развития человека. И этот дневник, он большой получается. Когда у тебя код не помещается на экран, это большая проблема. Вы теряете контекст. Контекст, и вы будете допускать много ошибок. Поэтому код должен быть лаконичный. То есть краткий, но не ребус. Это баланс. Этому нужно учиться. Но вот эта вот лаконичность, строгость, она есть у математиков. Она есть, может быть, у людей, у которых профильное образование. Если это гуманитарий, часто это будет простыня вот такая с копипастами, потому что человек, ну как бы, с точки зрения математики, математики все, любая там теорема, да, она приводится к лаконичному виду. Это так положено. То есть делается все, чтобы ты мог минимальным количеством символов выразить логику кода, логику заказчика, который написал в ТЗ. Иначе, вот, к сожалению, вот эти вот, я не говорю, что гуманитарий, я говорю, что бывает это вот, и вот это, когда эмоциональная составляющая попадает в код, рождаются дикие портянки, которые невозможно читать, они просто должны быть жестоко выкинуты. Потому что они усложняют восприятие, и это как бы свидетельствует о жутком непрофессионализме. Шестой пункт. Это самый главный пункт, но вот я сначала не поставил, это красота. Это просто фундаментальный пункт. Так, тут мне задают вопрос. Ясность нужна на этапе постановки задачи в первую очередь. Надо менеджер брать, чтобы туман задачи ставили. Совершенно верно. Но, смотрите, у нас есть слайд дальше об этом. По поводу менеджеров и ясности. Некоторые люди, к сожалению, не понимают, что такое логика. У них не работает логика. Это эмоция. То есть они давят, это политика, это эмоции, логики нет. Как только у менеджера нет логики, нужно убирать от разработчиков. Он запутает их, он начнет их стравливать, он начнет их троллить. То есть задача менеджера, конечно, логически формулировать задачи ясно. Максимально ясно на данном этапе. Он должен учиться этому клиенту. То есть у него должна быть здравая голова. Он не программист, но у него должна быть логика, как шахматы. Он должен формализовать требования, а не лить от заказчика вот эту муть, в разработку не направлять. Но мы дальше об этом поговорим про менеджеров отдельно. Значит, по поводу красоты. Это вообще важный пункт. В Битриксе, вот у нас в разработке, и не только в Битриксе, я не знаю, по опыту скажу, во всех успешных командах крупных красота на первом месте. Красота кода, красота проекта. Красота, что это такое? Это не перфекционизм, ни в коем случае. Перфекционизм – это уродство. Красота – это лаконичность, это простота, это дешевизна. Это когда сделали просто, и оно работает, и работает так, и клиент рад. То есть не надо лишнего пихать. Вот что такое красота. Инженерная красота – это лаконичность. Вот автомат Калашникова – вот это принцип красоты. Ничего лишнего, и все им пользуются во всем мире. И дешево, и хорошо, и убойная сила хорошая, и точность достаточно, и надежный автомат. То есть сочетание всех факторов программного проекта, веб-программного проекта, необходимых в небольшом там объеме кода – это красота. Вот этот культ нужно развивать. Как только культу красоты нет, как только начинается политика, ты мне сказал сделать завтра, а ты не сделал, вот это начинается вот эмоциональный троллинг. Все, это приводит к ужасному коду, который потом вызывает кучу проблем. Про простоту я сказал. Ночное доведение кода до совершенства, что это такое? Ничего страшного в совершенстве нет. Любая библиотека, она достаточно совершенна, достаточно хорошо написана. Взять тоже PHP, либо Bittrex. Доводите до разумного совершенства и оставляйте на этом уровне. Но это должно быть разумное, это должно быть законченное решение. Вы можете как бы удивляться, но многие разработчики, они могут, например, допрограммировать что-то ночью, в свободное время. Настоящие разработчики. Они будут свой код, время рабочее закончено, они все равно будут с ним работать, пока не приведут его в нормальный вид. Это правильный момент, и это нужно... Ну, людям надо, конечно, давать возможность отдохнуть, но это тоже правильный момент, это хорошо. Если разработчик убегает с кода, переваливает свой код на остальных, это уже не разработчик. Это уже стрелочник, это тот человек, который рождает проблемы, скорее всего, он просто занимается не своим делом. Так, пишут, что автомат Калашникова – это фреймворк. А кстати, Битрикса многие разработчики как раз увольняются. Ну, тут спорный вопрос на самом деле.
Битрикс чем красив? Битрикс красив тем, что в нем нет диких нагромождений, объектных нагромождений, классов, как, например, в Zen Framework. В Битриксе вот, например, меню сделано через файлики. Да, XML какого-то нет. Компоненты – это простая абстракция, да, это файлики лежат. Это красота, это простота. Если бы сделали 20-этажный объектный интерфейс, да, это может быть, это круто бы выглядело, но как этим пользоваться, это большой-большой вопрос. Взять Symfony посмотреть, да, допустим, взять посмотреть Magento. Посмотрите, что в Magento, до чего довели код в Magento, до какого ужаса, до какого извращения вообще довели простую логику магазина. Я не считаю Magento красивой. В Bittrex в этом случае, на мой взгляд, выигрывает. Идем дальше. По поводу JavaScript в Bittrex, я не буду комментировать этот момент. Я согласен, что есть куда развиваться и расти. Я согласен, что есть прекрасные JavaScript фреймворки, и в JavaScript можно заниматься систематизацией, стандартизацией. Абсолютно согласен. Поэтому не комментирую. Тут я даже, скорее, поддержу, что есть куда расти и развиваться. JavaScript, его можно стандартизировать, и нужно стандартизировать, и фронтенд этим занимается. И куча есть средств для этого, и есть TypeScript для этого, и есть NPM для этого. То есть порядок в JavaScript должен быть, конечно. Конечно, я думаю, вот в рамках D7 это будет. Вот. По поводу 2000 строк процедурного кода в одном файле, это пример простоты. Дело в том, что если разбить эти 2000 строк на кучу функций, каждая функция будет заниматься какой-то фигней. Иногда и часто это может работать не так, как ожидается. Да, мы знаем, что нужно разбивать код на функции. Но когда функция занимается фигней какой-то мелкой, она не перед глазами, вы теряете контекст. У вас получается, ну как сказать, иногда, на мой взгляд, можно делать простыни. Например, известный пример из этой области, это объектное представление таблиц, например, как было сделано в Java Server Faces. Когда гораздо проще таблицу нарисовать версткой, чем заниматься вот этим анонизмом, страшным объектно-ориентированным, жутким, просто жутчайшим. Когда у вас куча объектов, то есть ООП не всегда позволяет лаконично выразить задачу. Иногда процедурная портянка решает задачу проще. Это нужно до этого дорасти просто. А иногда нет. Иногда важно убрать кучу функций во что-то. Но единицы могут построить красивую объектную модель, которая будет работать правильно всегда и смотреться всегда. Вот об этом говорит хорошо Линус Торвальдс. Давайте дальше пойдем. А то сейчас, да, давайте, да, мы сейчас в холивар будем. Так, идем, да. Итак, по поводу сисадмина. Сисадмин, где их учат? Их нигде не учат, опять же, сисадминов. Это, опять же, гики, но это гики, которые занимаются другим. Это гики Unix, как правило. Ну, могут быть виндовые сисадмины. Ну, люди, которые любят системы, они изучают эти системы, и они изучают стандарты сети. Можно подумать, что программист типа круто, а сисадмин не круто. Совершенно нет. Программист специализируется в реализации алгоритмов и бизнес-требований заказчика на каком-то одном полутора языках и каких-то небольшом наборчике технологий. Сисадмин, он чем берет? Он берет широким знанием технологий. Как правило, вот не все знают, но для того, чтобы стать опытным сисадмином, нужно перечитать огромное количество литературы технической. Нужно перечитать мануалы к стандартным инструментам. То есть он, сисадмин, управляет софтом большим количеством софта и знает кучу тонкостей, как сделать, решить задачу без программиста. Если касается это Unix, то я вам открою секрет, может быть, что, например, на изучение одной команды PS, которая выводит список процессов в Unix, на изучение руководства к этой команде, обычно уходит минимум месяц. Месяц ежедневного чтения по вечерам ключей. Это только одна команда, а их там сотни. Вы представляете, сколько знаний в голове нормального сисадмина? Это первое. Второе. Сисадмин, как правило, знает хорошо сетевые протоколы. Часто разработчики, веб-разработчики очень плавают, там TCP от IP не отличают, там UDP от IP не отличают. SCTP, например, вообще не знает, что это такое. Там, допустим, начнут спрашивать про там выделение адресов. То есть Unix это вообще отдельная область автоматизации процессов и дальше это теория операционных систем, это понимание операционных систем, понимание потоков. Короче, куча литературы, там Эндрю Таненбаум, архитектура компьютера, Linux, Inside Unix, там это куча есть литературы, там, например, Ричард Стивен, там TCP IP Explained, это огромные толстые книжки, которые перечитываются несколько раз, и эти люди, ну, они помогают программистам отлаживать их код, например, в операционной системе. То есть я надеюсь убедил вас, что сисадмин это очень может быть квалифицированный человек,
грамотный, который учится всю жизнь. Он не любит программировать, ну, может быть, лень человеку этим заниматься. Ну, любит. Он говорит, есть готовое, я сейчас соберу из готового. Мне интересно смотреть, как это все вместе работает. И мне, ну, любит там лазить по сети и так далее, любит свободное время. Это сисадмин. Где их стажируют? Опять-таки, надо смотреть портфолио. Обычно это крупные компании, либо это университеты, либо это собственные проекты, где люди поднимали инфраструктуру, где они что-то пишут, допустим, на C. C – это такой близкий к сисадминам язык, близкий к операционной системе. Часто они вот кодят на C. Ну вот, сейчас я вам сравню, наверное, визуально, ну, чтобы было ощущение по поводу сисадминов правильное. Ой, прошу прощения. Значит, вот смотрите, вот справа посмотрите. Есть Стив Джобс и есть великий Деннис Ричи, который, в принципе, один из соавторов C и соавторов Unix. Ну, внизу Кен Томпсон тоже соавтор, слева, это соавтор Unix. Вот большое отличие между этими людьми в том, что Стив Джобс, он, на мой взгляд, пиарщик. Он что-то выдумал там и начал рассказывать, что компьютеры это хорошо. Да, все знали без него это хорошо. Компьютеры, он ничего не придумал. Он придумал вот какие-то устройства, которые он убедил, что айфоны всем нужны. Это большой вопрос, на самом деле, нужны нам айфоны или нет. Без них-то жили люди нормально. То есть это пиарщик технологии, такой популяризатор. Он совершенно далек от науки. Это вот такая, бизнесовая попса, я бы так сказал. Это мое мнение, опять же, авторский вебинар. Кен Томпсон, например, и Денис Ричи, это ученые, это программисты, это сисадмины, это люди, которые изучали операционную систему, они писали ее. То есть это реально эксперты с большой буквы. Вот кто они такие. Им некогда попсить. Они занимаются математикой, они пишут код, они там отлаживают его. То есть это совершенно другая область знаний. Они знают, на мой взгляд, они могли знать гораздо больше, чем Стив Джобс. Стив Джобс просто красиво говорил, ну как актер, там выйдет, не знаю, Сталлоне выйдет и начнет там какую-то железку продавать китайскую. И эту железку все будут себе покупать, потому что это предлагает Сталлоне. Вот как-то так. Так, идем дальше. По сисадмину мы поговорили. Теперь момент, смотрите, как проверить, что сисадмин настоящий. Сисадмин, опять же, гик. Это человек, который будет в консоли что-то делать, автоматизировать, читать, заниматься. То есть его задача оптимизировать процессы, помочь разработчикам и помогать ускорять приложение, помогать искать ошибки в веб-проектах на бою. Вот его задача. Он должен постоянно что-то предлагать, ставить новый софт, внедрять новые технологии. Если он сидит и фигней страдает, то есть смотрит в интернет, там, просто там что-то читает, ну то есть бывает сисадмин становится сисадмином, потому что он любит, чтобы его никто не трогал. И он сидит, ничего не делает, новости смотрит. Там бардак в сети, там бэкап не настроен. Этот человек, вот, то есть это плохой сисадмин. Он просто прячется за сервер. Он делает вид, что он умный, а на самом деле он ничего не делает. Сисадмин должен быть активный. Он должен предлагать, все покрывать тестами. Там. Ну, то есть этот человек очень активный. Он как бы дает вам, дает разработчикам кучу бесплатного софта и помогает, ускоряет их работу. Это вот сисадмин, большой буквы. Идем дальше, а то отвлекаемся тут немножко. Так, теперь мы дошли до аналитика. Нужен ли он вообще? Смотрите, был тут у нас вопрос по поводу менеджеров, что менеджер должен формулировать требования. Да, конечно. Но здесь давайте немножко отвлечемся. К сожалению, вся жизнь устроена так, что у нас вот, к сожалению, особенно у людей, там, может, постарше, да, кто там больше там, в управлении и так далее, развивается слабоумие. Очень много времени люди тратят там, в Фейсбуке, там, не знаю, там, фотографии кладут, то есть занимаются чертовней всякой социальной и не решают задачки. Они дают человеку сейчас решить какое-нибудь уравнение, допустим, там, даже просто степень, там, посчитать, ну, не знаю, там, график функции, или попросить человека нарисовать логарифмическую функцию. Кровь из ушей пойдет. Люди забыли, что такое логарифмы. Люди забыли, что такое логарифмическая линейка. Это огромный был скачок вперед. Научились. Открыли трансцендентность функций и научили сложение заменить умножение заменить сложением. То есть такие вещи мы сейчас потеряли. Идет одурачивание вот это западное людей. И поэтому способность к аналитике падает сейчас. Падает. А программисты, ты должен обладать аналитическим умом. Ты должен уметь четко формализовывать требования. Вот задача менеджера, одна из задач менеджера, это либо нанять аналитика, который будет и формализовать эмоциональную кашу заказчика и перекладывать ее на логику Битрикса. В Битриксе одна из, не знаю, чудесных сторон Битрикса, на мой взгляд, это API.
То есть в коде там, да, там есть некие там большие куски, большие функции, их можно рефакторить, там D7 сейчас занимается этим. Сейчас, я думаю, в рамках D7 все-таки будет больше инкапсуляции, больше сетимации, но, на мой взгляд, все-таки основная фишка Bittrex – это API. Стандартизированно, тщательно продуманная API, модульная. Это классная вообще вещь, оно большое. Попробуйте написать такой API непротиворечивым, это сложно, нужно за этим заниматься. Возьмите API Java, оно тоже в чем-то противоречивое. Почитайте эффектив Java Джоша Блока. Вы узнаете, сколько там противоречий. Но все равно. Потому что это большая работа ведется, много людей. Но все равно API Bittrex, на мой взгляд, оно очень хорошее. Оно энтерпрайзное. Оно продуманное. И там есть очень многие моменты, которым нужно поучиться в рамках анализа, системного анализа и проектирования. И вот менеджер должен либо найти человека, либо сам перекладывать требования клиента на язык логики Bittrex. Он должен понимать, какие админки в Bittrex. Где какая галочка включается, что за что отвечает. Есть же куча документации. К сожалению, это не всегда так. К сожалению, менеджер выполняет роль прокси-менеджера. Ну, не всегда, но такое бывает. И он кашу переваливает из пустого в порожнее. И он все переваливает на разработчика. Говорит, ты умный, ты код пишешь, давай, короче, думай. И вот это вот он свое слабоумие пытается компенсировать аналитическим умом программиста. Хотя... В принципе, если бы он меньше сидел в Фейсбуке и больше развивал собственный мозг, он бы такую кашу бы не плодил. В этом проблема сейчас. Поэтому, где учить логики? Да нигде не учат. Играйте в шахматы. Решайте задачки. Играйте, не знаю, пусть менеджеры конструктор собирают. Лего пусть собирают. Но пусть перестанут заниматься Фейсбуком вот этим. Это реально очень сильно одурачивает людей. У нас развивается эмоциональный интеллект. То есть мы начинаем там тусить, но мы теряем логику, мы забываем, что такое счет, мы забываем, что такое синус, косинус, тангенс, котангенс. Я не говорю про нейронные сети, где вообще там ты человек, он сразу засыпает, потому что у него мозг перегружается. Понимаете, что происходит? Поэтому нужна логика. В веб-разработке очень важна логика. И в понимании Bittrex и проектированной Bittrex нужна логика. Весь Bittrex пропитан логикой. На уровне API он пропитан, на уровне админки. Все пропитано железной логикой. Вы можете спорить, вы можете не соглашаться, вы можете там портянки там в коде кидать и так далее. Но логика в API есть. С этим нельзя не согласиться. Bittrex продуманная система. Поэтому просто нужно развивать свои навыки и как тренировать логику. Просто изучать Bittrex. Пусть менеджеры изучают Bittrex, дают сертификаты по Bittrex, сертификатам контент-эдитора, администратора, изучают инфоблоки, на уровне админки хотя бы. Тогда они с разработчиком смогут общаться на близком языке, на логическом диалекте. Тогда они будут друг друга понимать. Иначе возникает непонимание, и разработчик делает так, как он считает нужным. Он считает менеджера тупым и делает, как считает нужным. А разработчик от большого ума делает, как считает, как и удобно ему. А не как нужно менеджеру на самом деле, как не нужно компании, как не нужно веб-студии. В итоге код усложняется. И в итоге руководитель проекта получает не то, что нужно, а что-то переусложненное. Либо там куча сделанных велосипедов заново, а в Bittrex тоже есть готовое. Поэтому здесь, вот, на мой взгляд, большой пробел. Нужно заниматься с менеджерами, чтобы они изучали Bittrex хорошо. По поводу сложных веб-проектов. Если у вас вам повезло и у вас сложный веб-проект, то там нужна аналитика. Нужно проектирование. Минимум проектирования, которое делается в веб-проекте, минимум, это хотя бы определение с клиентом общего глоссария, языка, на котором вы общаетесь. Ну, то есть там дом, квартира, подъезд, если вы делаете сайт строительной компании, там площадь, там метр. Это на уровне менеджмента должно быть понятно, эти все термины. И дальше с ней они обсуждаются с разработчиком. Это первое. Второе. Второй момент – это сценарий. Должны быть формализованы сценарии использования веб-проекта. Не просто так в Bittrex поставь, там, типа, и пусть там как в Bittrex сделан, так и будет, или сделай как там. Вот любая, первый признак слабоумия – это задача в виде «сделай как там». Это слабоумие. То есть, либо это политика. То есть, человек не хочет разбираться как там, он говорит «сделай как там». Все, это стрелки. Это ужасная постановка задач. Это нарушается измеримая задача. Нарушает, отсутствует оценка рисков. Отсутствует вообще оценка в данной постановке. Это страшно вредная вообще стиль постановки задачи. Сделай как там. Первое. Второе. Дальше. Значит, сценарий использования описывают системы. Формально. Это могут быть use case. Это могут быть user stories. Это могут быть просто текстовое описание на нормальном лаконичном языке того, как будет использоваться система. И третий момент. То есть мы описали динамику. Третий момент мы описываем статику. Это структура данных. Это какие у нас есть сущности, как они между собой связаны. Один к одному, один ко многим, много ко многим. Логика, которая сейчас в школе проходит.
Вот. Либо, если у вас продвинутая аналитика, вы можете даже структуру данных инфоблоков сделать. Вы можете даже сделать структуру на уровне реляционной алгебры, то есть на уровне баз данных. Но логика должна быть. И вот эти вещи должны проверяться обязательно либо руководителем проекта, либо менеджером проекта. Он должен понимать логически, что там происходит. Обязательно. А код уже не надо смотреть. Если он понимает логику и понимает сценарий использования, хорошо. Он состыковал с клиентом. Дальше уже чисто дело разработчика написать код. Вот туда уже в код даже лучше не лезть. Это уже дело разработчика. Но он, разработчик, должен исполнять строго, неукоснительно вот эти вот четкие требования формальные, сформированные менеджером. Тогда получается цепочка. Эмоциональный заказчик, логику сформировал менеджер с аналитиком либо сам. И дальше разработчик выполняет формализованные требования, четкие, описанные выше. Все. Тогда вы приходите к успеху. У вас нет жуткого недопонимания и таких вот жутких вот куч мусора, которые возникают, это бардака логического, которые возникают, если сделать иначе. По поводу UML и других инструментов, если у вас очень сложный проект, вам нужно дальше формализовывать систему. Тогда вы можете использовать UML, допустим. Вы можете там диаграмму классов сделать, диаграмму объектов. Можете сделать диаграмму состояния state chart диаграмм, activity диаграмм, sequence диаграмм. Там есть куча инструментов, которые их задача просто больше, более строго формализовать требования к проекту. Если это нужно, делайте. Если не нужно, лучше не делайте. То есть не усложняйте. Вот, многие клиенты ставят задачи по принципу делать как там. Правильно. Это клиент, он деньги платит. А дальше уже в веб-студии нужно заниматься аналитикой, да, аналитикой за деньги, которые заплатил клиент, выяснять четко требования, формализовать их, а дальше это спускать в разработки. Тогда это правильный процесс. Тут рисков практически нет. Они есть, но их гораздо меньше. Они уже на уровне там, библиотек технологий. Так, управление командой. Меня спрашивают, когда вы будете рассказывать про управление. Ну, смотрите, мы будем рассказывать про управление, но давайте-то сначала поговорим о том, кем мы управляем. Как можно говорить об управлении, не понимая, кем мы управляем-то? Согласитесь. Мой принцип в том, что сначала дать знания, дать информацию, дать факты, а потом дать рекомендации, как этими вещами рулить. Если я сейчас вам буду просто говорить, как управлять, вы тогда не будете вникать в факты. Вы будете управлять метод в розовых очках, как бы. То есть я не знаю, что там программисты, меня это не интересует. Я вот уволил, я взял, я поменял, я там этому сказал. Это не управление. Это слепое управление. Я говорю о управлении с точки зрения понимания. Идем дальше. Компьютер сайенс. Что здесь? Значит, вы управленец, вы менеджер, вы разработчик, вы технический директор. Как относиться к компьютер сайенс и веб-студии? На мой взгляд, компьютер сайенс это хорошо, но должна быть мера. Что это такое? Это когда люди изучают алгоритмы, просят у вас, как у управляющего программистами человека, выделить время на изучение алгоритма, купить книжку по алгоритмам, реализовать алгоритм в битриксе какой-то. В битриксе часть алгоритмов реализована, но часть не реализована. Всякие деревья и так далее. Инфоблоки, кстати, пример алгоритма, пример дерева. Ну вы, допустим, захотите что-то реализовать, там, хайлоуд-блоки расширить. Что делать с этим? На мой взгляд, нужно обязательно это дело поощрять, потому что это развивает ваших сотрудников. Это прививает любовь к компании. Люди понимают, что они занимаются не просто штампуют сайты на Bittrex, кастомизируя шаблоны. Это неинтересно. Они занимаются разработкой, им интересно, они инженеры. У вас команда становится сильнее, вам интересно. И они будут вам делать лучший код. То есть компьютер сайенс – это повышение общей грамотности. Если у вас в команде кто-то есть из компьютер сайенс, а вы управляете этой командой, пусть он читает вебинары хотя бы раз в недельчику или семинары для команды по алгоритмам. Пусть выделяете время программистам, чтобы они решали задачки. Не знаю, полчаса в день, час в день пусть сидят ребята, решают задачки. Реализовать дерево на PHP, реализовать сортировку там на PHP какую-то. Там, понимаете, там различные алгоритмы. Там реализовать, там, не знаю, там модель Маркова какую-то на JavaScript, допустим. То есть эти вещи развивают. Также, естественно, не все понимают, что мы пользуемся алгоритмами. Вы пользуетесь алгоритмами активно. База данных – это набор алгоритмов. Это набор алгоритмов работы с деревьями обычными и со справочниками, которые реализованы когда-то на языке реляционной алгебры, там, по работам кода и дейта. То есть, в принципе, алгоритмы используют, но желательно развивать это знание. Базы может не хватить. Вы можете, даже если, допустим, ее хватает, надо все равно поощрять, чтобы ребята занимались изучением реляционной алгебры как таковой, а не просто MySQL они знают. Реляционную алгебру изучай, чувак. И ты будешь писать лучший код для веб-студии.
алгоритмы Bittrex. В Bittrex реализована часть алгоритма. Посмотрите, как они реализованы. Ну вот, в частности, это инфоблоки. Наверное, самый пример вот одной из реализаций абстракции, абстрактных структура данных ATD, да, это инфоблок, который хранит древовидную структуру внутри себя и набираем набор свойств. Это один из алгоритмов. Вот, посмотрите там. Дальше. По поводу, что нужно знать разработчику на Bittrex, Computer Science Web Studio. Что нужно знать разработчику на Bittrex? Надо пройти курсы по Bittrex разработчика. Желательно платные курсы. Они там стоят символических денег. Но так вы убедитесь, что человек понимает, что такое Bittrex и не будет делать велосипед. Если разработчик лезет изучать сторонние фреймворки в Symfony, Yi, там, допустим, какой-нибудь CodeIgniter там, или там лезет в другие языки программирования, это хорошо, это надо поощрять. Пускай. Пусть он сделает у вас внутри компании сайтик на Symfony. Пускай. Человек станет лучше. Во-первых, он лояльность повысит человеку компании. И будет интересно. И нельзя говорить, делать только на Bittrex, только на Bittrex. Это религиозное какое-то опьянение. Вы, это разработчики у вас, это инженеры, им нужно развиваться, надо делать все новое, интересное. И тогда он на Bittrex будет делать там, сайты для клиентов, а на Symfony что-то у вас в веб-студии запустит, какой-то внутренний какой-то ресурсик, допустим, для чего-то. Ничего страшного тут нет. Это развитие. Он из Symfony перетащит в компоненты на Bittrex правильную, там, принципы правильной работы в объектно-ориентированной, например, среде. Ничего это не повредит. Так, дальше. Computer Science Web Studio. Кратенько это по поводу алгоритмов машинного обучения, тензоров, нейронных сетей, Python. Уже это наступило, будущее уже наступило. Искусственный интеллект попер. Последние несколько лет, 2006 года пошла движуха, и сейчас, последние годы, это очень набирает обороты. И если ваша веб-студия, вы будете не разбираться в вопросах искусственного интеллекта, вы будете не разбираться, что такое в нейронных сетях, в машинном обучении, хотя бы в базовом виде, вы проиграете конкуренту, который сделает сайт на Bittrex с искусственным интеллектом, и он будет работать с клиентами лучше, чем ваш сайт без искусственного интеллекта. Вот и все. У нас даже завтра релиз будет в Bittrex. Вот сейчас коллеги за стеной готовят его, репетируют. Он посвящен нейронным сетям. Мы сами туда идем. Поэтому поощряйте. Поощряйте изучение машинного обучения, тензоров, алгоритмов. И, естественно, это на питоне в основном пишется. Ну, хотя бы как для песочной работы. Хотя вот мы у себя делаем на Java это все. Поощряйте и выиграйте этот. Так, вопросы. Вопросы. Сейчас, секундочку. Нам же надо до управления дойти. Ну хотя, если вы слушаете внимательно, мы говорим о мотивации на самом деле много. И говорим об управлении уже давно. Зачастую довольно сложно объяснить клиенту, что он должен заплатить аналитику. Что тут анализировать, просто сделать как там. Ну это вопрос политики, это вопрос, ну смотрите, ну это то же самое, что... Это вопрос менеджмента и, на мой взгляд, менеджмента на уровне продаж и на уровне там, первой линии обороны. Ну это вопрос бизнеса. Мало того, ну человек, ну не понимает он, ну и что, что он не понимает. Надо продавать ему аналитику, надо продавать ему, что, чувак, у тебя такая система сложная, что нужно писать техническое задание и проектировать, иначе у тебя будет каша. Есть же принцип третьего автоматизатора, так называют. То есть компании работают с клиентами, у которых два проекта было провальных, они таких ищут. И к ним приходит клиент, уже понимающий, что это сложно. Клиент не должен демонстрировать и провозглашать, что он дурак, и это правильно. Это неправильно. Дурак учись. Дурак решает задачки. Да, у тебя много денег, но ты дурак. Нечего это пропагандировать. Учись. Любая информационная система – это сложная система, она требует анализа. Надо объяснять это, надо уметь это. Я согласен, рынок еще формируется, да, как бы люди не все понимают. Но IT – это не магия, это строительство. Веб-разработка – это инженерия, это строительство домов. Как можно дом без проекта? Он завалит их, черт, дом, и люди погибнут. Надо объяснять клиенту. Объяснять. Это маркетинг нужно тренировать. Не надо говорить, что ты можешь сделать все там и так далее. Это неправильно. Ничего ты не можешь сделать без алгоритмов. Это, ну, так, если ты сделаешь правильно, твой дом будет стоять 100 лет, и там, не знаю, коммунальные платежи будут очень низкие. Вот так. Только так. Нечего заниматься, вот как Стив Джобс там сказки людям рассказывать какие-то. Не пояснять, что такое алгоритм, что такое инженерная дисциплина. Это обман. Зачем? Итак, дальше идем. У нас еще много задач. Вопрос. Если разработчик... Так, секундочку. Секундочку. Сейчас я вот вопрос открою. Прошу прощения. Так, вопрос такой. Если
Разработчик не фанатик. Не фанатик. Можно, возможно ли в нем проявить как-то рвение быть лучше? Ну, прививать надо любовь к коду. Прививать любовь к алгоритму. Прививать любовь к решению задач. Красивому, быстрому, лаконичному, дешевому. Который, например, не за 2 дня сделать, а за неделю. Пусть изучает библиотеки. Вот. Можно человеку дать задание, если он не фанатик программирования, изучать API Bittrex. Пускай изучает. Изучает инфоблоки, изучает торговый каталог, цены. В Bittrex проведено огромное количество аналитики, бизнес-аналитики, системной аналитики, которая позволяет, ну, даже магазин человек изучит, у него сформируется в голове система, он увидит связи, сущности. Пусть проектирует решение, и постепенно он полюбит вот это вот, он научится кашу преобразовывать в формальные требования, которые можно приложить на код и решить задачу клиента. Клиент будет рад. Вы клиенту скажите, смотри, как мы тебе придумали. Вот твои эмоции переложились на математику, смотри. Он скажет, да, на Битриксе, видишь, галочку поставил, работает. Надо, вот это может человека заставить любить программировать. Это первое. Второе, это нужно, аппетит приходит во время еды. Нужно давать человеку практиковаться как можно больше. Пускай практикуется. Дайте ему простые задачки. Он научится. Человек может бояться программировать. Тогда надо давать простые задачки. Когда человек в программировании, важно постоянно побеждать. То есть нельзя не побеждать. Либо ты побеждаешь, либо ты вылетаешь. Все. Ты должен каждый день побеждать. Любой код – это победа над тебя, твоего интеллекта, над системой. Ты заставляешь систему работать правильно. Поэтому вот эта череда побед вызывает эйфорию. И надо человека вот в этой эйфории держать. Идем дальше. Вопрос. Клиент не хочет покупать тестирование. Смотрите, очень важный вопрос. Клиент не хочет покупать тестирование, так как он говорит, зачем я должен платить за поиск ваших ошибок. Есть два момента. Смотрите. Во-первых, первый момент. Веб-разработки, к сожалению, это вот из-за того, это из-за невежества клиентов возникает и, возможно, нашего частичного невежества. Дело в том, что чтобы реализовать требования клиента, нужно понять их и формализовать. Если вы эти требования формализуете буквально четко, вы можете написать ТЗ на 1000 страниц. Надо это объяснить клиенту. Когда вы это ТЗ напишете четко, подробно ТЗ, вы можете его протестировать. И это ваша работа. То есть вы запрограммировали это, вы формализовали его требования, вы их запрограммировали, довели до кода, и дальше код надо тестировать. Это работа, конечно, студии. Это клиент, зачем клиенту заплатить? Но он должен понимать, что это входит в этап. То есть надо объяснить, что ошибки будут всегда. Это правильно. Они занимают какое-то время. И так как библиотеки несовершенны, люди несовершенны, люди, программисты допускают ошибки. Это нормально. Так будет всегда. Всегда, потому что программирование – это сложная область. И ты все не учтешь. Это сложно, это математика, это надо постоянно в голове считать. Поэтому люди ошибаются. Но ничего страшного в этом нет. Ошибки устраняются, и поэтому нужно тестировать. Первое. Второе. Можно привлечь клиента для тестирования. Сейчас очень много сервисов, вы видите, Google там, и Bittrex24 какое-то время. Это бета. Бета, потому что не хочешь платить за тестирование, помогай тестировать нам. Помогай. Давай вместе смотреть. Мы сделали все, чтобы не было ошибок, но они могут быть. И постепенно их становится гораздо меньше, 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 и они уходят. Поэтому можно привлекать клиентов. Дальше. В Москве много программистов, всегда можно набирать гиков. Как быть провинцем? У нас либо ничего не умеют, и учить их дорого, либо хотят очень много денег. Как быть? Но те, кто хотят очень много денег, если я скажу честно, это не всегда гики. Это могут быть понты. Это уже как бы, ну, испорченные, можно сказать, испорченные люди, которые, ну, не всегда испорчены, но это неправильно. Гик, он не обязательно Москва. Гик, он будет за еду работать. Ему это интересно. Настоящий программист, ему интересно от самого процесса. Ему дай возможность кодить и деньги не платить, он будет кодить. Постепенно он, конечно, понимает, что там деньги нужны, там есть нечего, там одеться во что-то. Поэтому, если первое, что нужно создать в студии, это интересную атмосферу творческую. Должно быть, если у вас проекты неинтересны, вы штампуете сайты и визитки, вы занимаетесь. Это не беда. Сделайте производственный процесс интересным. Поставьте контроль версий. Изучайте, как он работает. Улучшайте его. Улучшайте тестирование. Улучшайте проектирование. Занимайтесь там высокими нагрузками. Анализом. То есть, все равно можно даже на простых проектах там изучайте фронтенд. Совершенствуйте свои навыки в разработке классных фронтенд сайтов. То есть, делайте так, чтобы технологически на уровне фронтенда, на уровне там, даже JavaScript, на уровне там, скорости, на уровне даже PHP и Bittrex превосходить. Даже на уровне Bittrex можно превосходить конкурентов, если знать Bittrex хорошо. Многие из Bittrex не знают. Даже партнеры знают Bittrex плохо. Потому что это нужно сидеть и читать.
Вот введите в компанию культуру изучения Битрикса. Это поможет. И у вас будут свои гики. У вас будут ребята, которые будут без понтов работать лучше, чем разработчики в Москве, которые могут облениться. И не факт, что я вам скажу, что хорошие разработчики, их в Москве мало. И они работают не за деньги. Они работают за интерес. Они работают за... Им должно быть интересно, прежде всего. Так, идем дальше. У нас сколько еще времени? У нас еще час. Так, верстальщик. Значит, как управлять верстальщиками и как их подбирать? Смотрите. Верстальщик – это не программист, первое. Верстальщик были и до веба. Верстальщики занимались версткой полиграфии, полиграфической продукцией, дизайном. Меньше дизайна, больше версткой. Это ремесло. Как и программирование, кстати. Но это не программирование вообще. Верстка – это умение правильно, это знание технологий для того, чтобы там что-то презентовать, и это выглядело красиво. У них алгоритмов нет. У них программирования как такового нет. У них есть какие-то рутинные операции, но без знания деталей вы эти операции не выполните. Поэтому, как бы, на мой взгляд, там знаний, фундаментальных знаний, вуз, книги в таком объеме не требуется. То есть программисты это вот как математики, да, это математики, это анализ, это проектирование, это много кода, это логика. Верстка там по-другому. Верстка это больше, ну как сказать, ну это больше конструирование, но достаточно в ограниченном категории вещей, ограниченной категории сложности. Ну, то есть, там меньше мозги работают, но там больше специальных знаний. Вот так. Ну, как юристы. То есть, юристу не надо иметь там большие мозги, ему надо хорошо иметь хорошую память. Юристу. Вот он должен запоминать вот эти законы, которые, ну, внутри себя куча противоречий имеет, но он с ними работает. То есть, там логики очень мало в законах. Там просто куча информации. Вот юрист, знать там английский язык, вот это тоже, там ума не надо, там нужна память, и все. И ты будешь болтать. Хорошая память, ты будешь на 5 языках болтать, и не будешь знать, что такое логарифм никогда. И ты не сможешь понять, что такое логарифм там за неделю, у тебя голова будет болеть. Но ты будешь знать много языков. То есть, примерно вот что такое верстальщик. Хороший верстальщик, естественно, стоит не то, что он должен знать много. Это очень крутая штука. Хорошо верстать. Ну вот поэтому нельзя говорить, что они там недопрограммисты. Так нельзя говорить. Это тоже специалисты, это инженеры, но в своей области. Тем более сейчас с развитием фронтенда, с развитием там JavaScript и так далее. И роль верстки очень важна. Вот. Эти люди знают различия между браузерами, тренируются в них. Это гики, короче, которые вот знают очень много деталей. Вот это верстальщик. Заставлять программиста верстать, это смертоубийство. Это вообще не его. Вы у человека понизите самооценку, он от вас может уйти, он воспримет это как личное оскорбление, потому что, ну, заставлять проктолога заниматься, проверять ухо, это, ну, извините, это глупость. К сожалению, такое бывает, вот, это не редко, но это безобразие. Итак, в связи с появлением мобильных устройств, да, вопросы верстки, они всплывают еще больше, специалисты по верстке, поэтому верстальщик нужен. Программировать вряд ли он умеет, это отдельная специализация. Нужно ли знать верстальщику JavaScript? Ну, JavaScript это примитивный язык, очень примитивный. Он, во-первых, он кривоватый, во-вторых, он примитивный. Но выхода нет, к сожалению. И там язык вот последние там годы стали активно развивать, потому что, ну, все устали от его убогости. Но выхода нет. Все браузеры поддерживают JavaScript. Хочешь ли это, не хочешь, этот язык желательно знать в базовом виде. Поэтому, если верстальщик понимает JavaScript, а JavaScript можно за несколько дней базу схватить. Этого достаточно. Можно не знать там замыкания, можно не знать там всякие объектно-ориентированные, псевдообъектно-ориентированные возможности, да, там всякие инкапсуляции. Это может быть потом пригодится, но желательно это знать, конечно. Верстальщик и PHP. Ну, PHP в базовом виде тоже достаточно простой язык. Он, я бы не сказал, что он примитивный, но он достаточно простой. То есть, если верстальщик знает немножко PHP, может, это хорошо. Но, как правило, там он в базу не полезет, запросы в базу нормально не напишет и так далее. Поэтому можно знать, но не без фанатизма. Так, идем дальше. Дизайнер. Ну, здесь я вам кратко скажу. Это обычно творческие люди, это художники. Вот. Заставлять человека там программировать это абсурдно. Заставлять верстать
Они могут верстать, конечно, но вы понимаете, что художник – это вообще отдельное направление, это отдельная специализация, это годы требуются, чтобы уметь рисовать. Вот. Действительно, рисовать правильно – это годы. Естественно, это как программирование, это годы, это как врачом быть. 5 лет труп резать в морге. Поэтому это совершенно отдельная область. Я не буду о них говорить, так как не обладаю необходимым опытом поговорить про дизайнеров. Ну, вы сами, наверное, знаете, как их мотивировать. В общем, творческие люди, не заставляйте их лазить в технику. Но важный момент в том, что у дизайнера, возможно, как и у менеджера, может немножко отсутствовать логика. А это важно. То есть надо, чтобы дизайнеры потихонечку привыкали к логике, к программированию, и у них постепенно появлялось логическое мышление, тогда будет просто проще работать, и вы будете меньше улетать между сроками. Потому что дизайнер нарисовал, как он хочет, как его душа повелела, муза посетила, а программист говорит, ты что, с ума сошел? Ты что тут развил кашу? Да это вообще нелогично, и вообще клиент хочет другого. Поэтому с ними, ну опять же, изучение битрикса помогает. Вот, складывается тренд на смешение специальности дизайна верстальщик. Ну, понятно, что художник, ну, это мало кому нужно сейчас. Ну, кто себе отдельно художника позволит? А верстать тоже надо, и поэтому я согласен, да. Ну, этот тренд на самом деле давно уже, да, это еще в полиграфии дизайнер верстальщик был, когда и в PageMaker работали, и в 3D Max работали, и в Adobe Illustrator работали, в CorelDRAW работали, вот. Потом это все там объединяли. То есть это было, но это не программисты. Но это хорошие специалисты, которые хорошие верстальщик-дизайнер, это очень заслуживает больших похвал. Вот. И он может быть... Ну, то есть его не заменишь, его очень сложно заменить. Программист не сможет так сделать. Программист сделает код, но он красиво не сделает. А умение сделать газету красиво или сайт красиво, это... И теперь мы переходим к очень важному вопросу, я думаю, последнему, а дальше мы будем уже говорить о командном управлении, разобравшись в деталях, это тестировщик. Почему-то складывается впечатление, что тестировщик это какой-то, не знаю, какие-то интеллектуальные, как сказать, ну это те, кто не смог стать программистами, верстальщиками, у них зарплата меньше, они типа занимаются объяснением работы. Это совершенно не так. Это все потому, что... Ну, культуры у нас нет еще. У нас нет культуры программирования, она развивается в России. На Западе, в крупных компаниях, там, IBM, допустим, да, взять, ну, в частности, тестированию уделяется огромная роль. И там работают очень квалифицированные специалисты, и ни за копейки. И они не кликают баги, не кликают сайтики. Во-первых, тестировщик, настоящий тестировщик, правильно, он должен изучить техническое задание вдоль и поперек. Он должен выломать мозг менеджеру, довести его до суицида, понимаете, но вытащить из него всю информацию о проекте. Он должен понимать, как это работает. Дальше. Он должен очень хорошо понимать качество, что такое качественный проект на Битриксе. Он должен понимать, что будет, если я в это поле введу не имя, а циферки. Что будет, если я введу там огромное значение или введу две кавычки. Дальше он при нажатии, при неправильном вводе должно быть появляться сообщение об ошибке. Что это за сообщение об ошибке? Это что, error 015 или что? Или красный какой-то бред, там, дамп какой-то базы там должен вылетать? То есть это человек, который обладает чувством прекрасного. Это вот он, вот, наверное, на роль тестировщика хорошо подошел вот именно вот наш, вот, которого мы наезжали раньше, Стив Джобс. Отличный тестировщик. Он бы рассказывал, как должны выглядеть кнопки, как его цвет должно быть сообщение об ошибке. Вот это вот такие вот, знаете, вот манерные люди, в хорошем смысле, которые... Вы понимаете, вот одна такая ошибка, и клиент, у него клиента, как сказать, ну, не будет желания покупать и платить вам деньги дальше. То есть это люди, отвечающие за качество, это QA. Представьте, какая их роль. Они, вот это вот масло и вот эти стружки, которые в программировании, там вот этот, летят стружки, там искры летят, там гики бегают. Они это приводят в продукт, который потом люди купят. Ведь люди покупают, они покупают красивые вещи. Они не купят вещь, из которой нитки торчат. А тестирование проверяет эти нитки. Ну, представляете, да, куртка висит, нитки торчат. Вы никогда ее не купите, вы не продадите ее. Поэтому тестировщики оказывают огромное влияние на продажи, огромное влияние на имидж. Это, на мой взгляд, это одни из главных составляющих веб-студии и вообще любой компании, которая занимается программированием, тестировщики. Но опять-таки, это не кликальщики. Это никакие там не... Я говорю, это люди, обладающие логикой. Они люди, изучающие ТЗ. После изучения ТЗ тестировщик составляет тест-кейс, по которому потом он тестирует.
Если там нанимаются к тестировщикам меньше квалификации, это люди, они тестируют по тест-кейсам. Там все написано, представляете, составить тест-кейс, сколько это нужно времени. Либо это, если у вас agile, вы составляете на обратной стороне user story, пишете, как эту задачу принимать, например. То есть, это третье. Эти люди управляют качеством. Что такое качество в программировании? Это огромная тема. Я вам сейчас расскажу страшную историю, что если программист не пишет юнит-тесты, он никогда не гарантирует, вы не гарантируете того, что изменение в программе не повлечет ошибки за собой. И даже при наличии этих тестов любое изменение может повлечь ошибки. Именно QA отслеживает зависимость частей проекта между собой, веб-проекта между собой. Именно QA должен прогнозировать, что будет, если поменять здесь, поменять здесь. Он должен эти риски снижать, это QA. Потому что изменения в систему будут носиться постоянно. И QA должен следить за этим. Он должен эти риски ограничить и снизить максимально. Для этого он должен заниматься вопросом, пишутся ли юнит-тесты. Я вам дам совет по поводу юнит-тестов. Вообще, считается, что их надо писать. Но если писать их покрывающими все, вы просто прогорите и вылетите в трубу. Поэтому общая практика, ну это можно посмотреть в нормальных, популярных open source проектах, тесты пишутся, но они не покрывают все цепочки. Это очень дорого покрывать все цепочки, к сожалению. Во-вторых, можно писать не юнит-тесты, можно писать модульные тесты, которые, ну не модульные тесты, а функциональные тесты, которые на уровень выше. Либо дымные тесты, которые еще на уровень выше. То есть тесты вы пишете. Для чего? Для того, чтобы автоматизировать процедуру проверки. Но вы пишете тесты, которые проверяют в целом систему работы. То есть паровоз должен ехать, колеса должны крутиться, дым должен идти из трубы. Считаем, что он работает. Вот что такое дымный тест. Да, там может внутри, там, не знаю, там механик засунул голову в топку, понимаете, там, и облил себя керосином, да, там, и вывесил флаг там в окно. Это тоже может быть, но паровоз едет. То есть дымный тест, он скажет вам проблемы в 99,9% случаев. Поэтому он ценный для бизнеса. Если такой тест есть, который проверяет целиком функциональность проекта, основных модулей проекта, это уже у вас тест есть, и они приносят пользу. Если у вас есть юнит-тесты, ну, желательно, конечно, их писать, но не для всего, а для библиотек, которые вы будете использовать в веб-студии, например. Или в проекте есть сложная очень логика, и она требует написания тестов. Тогда тесты нужно писать. А что же делать? Как же сделать так, чтобы при изменении в проекте у вас ничего не отваливалось? Ну, решение в лоб – это создается матрица зависимости в больших проектах. Это в Рупе, например, об этом говорится. Но это дорого, поэтому есть еще один способ, очень простой, я уже о нем говорил когда-то. Это модульность. Пишите модульный код, в котором части кода как можно меньше зависят друг от друга. Ну, этому нас учат объектно-ориентированное программирование. Хорошее объектно-ориентированное программирование, если его соблюдать правильно, вот Bittrex сейчас переходит на D7, там, да, и активно пилит D7, оно позволяет инкапсулировать ошибки в классах. То есть у вас ошибка будет, но она будет в этом классе. Поэтому вот базовое использование принципов разбиения простыни текста на функции способствует уменьшению ошибок и связанности ошибок друг с другом. Если вы еще классы добавляете и правильно это делаете, аккуратно, с инкапсуляцией внутри классов, с использованием там, ну, то есть с правильной декомпозицией сущности по классам, используем шаблоны проектирования, исключения и так далее, вы еще больше повышаете устойчивость кода. Поэтому можно, в принципе, даже без тестов написать модульный код, и любое изменение в нем приведет к минимуму ошибок. Вот так. Идем дальше. А где Bittrex юнит-тесты? Внутри юнит-теста. Внутри есть. Так. Самый дизайнер вопросы, которым я был знаком, образованием был инженером. Ну, конечно, бывает такое. Естественно, бывает. Поэтому идем дальше. Автоматизация тестирования. Про это я уже сказал. По поводу тестов я сказал. По поводу понимания тестировщик ТЗ я сказал. По поводу инструментов. Ну, Selenium знают все, наверное. Он помогает автоматизировать тестирование. Но, опять-таки, с головой работайте. Не надо все автоматизировать. Иначе у вас сопровождение тестов превратится в головную боль и будет стоить дороже, чем разработка проекта. И вам нужно еще будет тестировать ошибки в самих тестах. Поэтому дымный тест на Selenium напишите, что там сайт работает, проект открывается, портал там и все нормально, в общем. Вот. Но детали какие-то. То есть у начинающих разработчиков из-за неуверенности, из-за неопытности, к сожалению, ну не к сожалению, так это как бы свойство жизни уже, есть желание подстилать себе соломку везде. И они начинают писать тесты на все.
Вот. Ну, начитались книжек всяких наркоманских. Ну, вот один из примеров, это когда разработчик, например, у меня такой был пример, он для Bittrex описал компонент и говорит, опа, есть такой Bittrex класс CDTBase. Он говорит, так, а вдруг база данных отключится и не будет работать? Как тогда будет работать класс CDTBase? И он начал писать свой класс CDTBase, mock-объект, для того, чтобы тестировать, что будет, если отключится класс CDTBase. Ну, то есть, на лицо ООП головного мозга. То есть, абсолютно неадекват. А почему? Потому что увлекся. Потому что нет рядом, вот дальше мы говорим, там, менеджера, который бы его направил. Что тут делать нужно? Здесь надо следить, конечно. Ну, вот у математиков есть склонность к абстракции. Вот анекдот, да, про математиков. Доктор Ватсон и Шерлок Холмс летят на воздушном шаре в облачность и хотят приземлиться. Вдруг видят, облачность расступается, видят холмик, и там стоит человек. Они спрашивают, мы где? Мы где? Он посмотрел, говорит, вы на воздушном шаре. И они улетают в облака дальше. И Шерлок говорит Ватсону, говорит, ты знаешь, говорит, этот человек математик. Почему? А потому что он сказал совершенно точную вещь, но совершенно бесполезную. Вот это отличает математика, логика и программиста от менеджера. Менеджер, он плохо будет программировать, но он в этот момент скажет самую нужную вещь. Он скажет то, что нужно делать в данный момент. Вот мы дальше об этом поговорим. Итак, значит, про тесты я рассказал. Идем дальше. Так, коллеги, задавайте, пожалуйста, вопросы. Чего-то вопросов мало пока. Идем дальше. Итак, теперь менеджмент. По поводу менеджмента. Разработчики не понимают, зачем нужны менеджеры. Вот. Они считают, что менеджеров могут заменить роботы. Естественно, это не так. Но есть такое, иногда складывается такое ощущение, и как бы обсуждается активно, что искусственный интеллект заменит менеджера. Надо понимать, ну, и мы понимаем все, да, что от менеджера зависит перспектива роста разработчика, и уйдет он от вас или нет, и как им управлять. От менеджера зависит его повышение по карьерной лестнице и повышение его зарплаты. Виды менеджеров. Вот я хотел это, конечно, на дальних слайдах описать, но команда инженерная часто сталкивается с менеджерами, но в основном это проектный менеджер, который занимается, отвечает за все по проекту и, в принципе, должен ответить на все вопросы. К сожалению, это часто не так. Если мы говорим об Agile, проектного менеджера, он, конечно, есть с точки зрения бизнеса, но с точки зрения разработчиков есть фичи и есть человек, отвечающий на все вопросы и закрывающий их от клиента. Клиент, в XP клиент может присутствовать на совещаниях, конечно, но это не всегда в веб-студиях допускается. Поэтому минимальная задача менеджера, на мой взгляд, в веб-студии, это отвечать на вопросы разработчиков. Причем нести не эмоциональную воду и не перекидывать, копипастить требования клиента. Это тогда человек, ну, он не отрабатывает свои деньги. Он должен думать, анализировать. У него должна быть в голове структура проекта, и либо там аналитик у него сидит рядом. Ну, в общем, он должен быть мозгом. А дальше разработчики, это тоже мозги, но это мозги, которые уже эти требования реализуют туда. По поводу топ-менеджеров и топ-топ-менеджеров. Это больная тема вообще. Ну, желательно, конечно, их держать подальше, как можно дальше от инженерной команды. Вот, то есть, инженерная команда не понимает, что эти короли и принцессы делают, и королевны, там, и принцы делают в студии. Они не понимают. Они не понимают, что такое ответственность. Они не понимают, что такое бизнес. Они не понимают, что этот человек, возможно, основал компанию. Он не спал ночами несколько месяцев или лет, пока бизнес поднимался. Он ездит на встречи с клиентами. Он рискует своими деньгами. Люди, разработчики часто этого не понимают. Считают, что это какой-то жуткий капиталист, который ходит вот и, так сказать, непонятно, чем занимается, они его не любят часто. Поэтому, ну, считают, что он глупый и жадный. Хотя это, конечно, не так, и они не понимают, что этот человек создал рабочие места и создал возможность этим ребятам заниматься программированием. То есть, желательно, поэтому вот эти вот всякие властные штуки, вот эти все заместители, там жены, топ-менеджеры, всякие там дети, это все как бы подальше держать, но это не относится к веб-разработке, не относится к, как бы, к инженерии, не относится к качеству проектов. Это должно быть как-то, ну, как можно меньше вообще как бы светиться этим, мне кажется. Так, чтобы людей не сбивать вот с рабочего ритма, из графика.
По поводу пользы. Естественно, мы дальше поговорим. Менеджмент, естественно, влияет ключевую роль вообще в этом всем. То есть, ну, я сейчас, это на следующих слайдах, я сейчас пропущу тогда. По поводу вреда от менеджеров. Конечно, вред есть. Вред от менеджеров – это, во-первых, демонстрация мускул. Это вообще недопустимо в веб-студии. Недопустимо. Категорически в инженерной команде люди занимаются делом. Это механики, это автомеханики, это математики, это гики. Там власти нет. У них их власть – это код. Их власть – это система. Их власть – это реализованные правильные требования, которые нужны клиенту. У них нет понятия. У них главные в этой команде – тот, кто знает больше. Понимаете, кто знает больше. А этот дядька с толстым пузом, с большой кучей денег, он же знает мало. У него пузо растет, он не учится. Представляете, он начинает мускулами показывать. Да он выглядит глупо. И он мешает людям, он мешает. То есть задача просто как можно больше изолировать вот это вот. То есть, если он с ними, с инженерами, пускай там печеньки заносят, кофе покупает, но он не должен, это ни в коем случае нельзя. Или как начальница, например, там, понимаете, начнет там, там кого-то приближать, кого-то отдалять, это категорически вообще запрещено. Это у людей начинается, они начинают страдать, у них начинается кризис нервный. Эти творческие люди, инженеры, дизайнеры, верстальщики, они начинают переживать, что им сказал что-то менеджер, у них зарплата станет больше или станет меньше. Они начинают пытаться понравиться начальству. Это ужасно. То есть это не их вообще. Максимум, кто там может у них быть в команде, это технический директор. Технический директор – это царь-бог. Но это человек, которого они любят, потому что он, как сказать, он помогает им. Это магистр Йода, который помогает им драться лучше, и они любят его. Он всегда любит их в ответ, и всегда он плечо, к которому можно прийти. То есть это совершенно другой уровень менеджмента. Мы дальше об этом поговорим. Вот. Откуда берутся менеджеры, куда уходят менеджеры. То есть это я написал, но я не буду об этом рассказывать, это как бы не относится к теме вебинара, откуда они берутся, куда уходят. В общем, вы понимаете, да, вот в разработке, в инженерии, понятие менеджера, оно другое. Это именно успех проекта. Это именно инженерная красота и гики, которые могут ночами работать. Понимаете, это совершенно разные вещи. Это же не строители, это не армия. Это не солдаты, которых надо муштровать. Это другая область. Это область, где побеждает разум и логика. И там бесполезно орать. Хотя иногда надо. Там нужно создавать условия. То есть сейчас в области менеджмента это водопад, там, XP, Agile там, и так далее. Это все попытки систематизировать процесс разработки, создать условия. Но ускорить головной мозг еще не смог никто. Кофе может ускорить головной мозг. Покурить можно пойти. Но лучше всего ускорять головной мозг, что? Хорошая позитивная атмосфера. Кофе, печеньки, и все улыбаются. Тогда разработчики работают лучше. Как только начинается вот эта вот интрижки, война престолов, игра престолов, все. Это уже не разработка, это какой-то садомаза, что-то. Саша. Итак, идем дальше. Вопрос, значит, аккаунт-менеджер и проект-менеджер. Разделять это один человек. Вы знаете, ну обычно проект-менеджер есть. Аккаунт-менеджер – это что-то связанное, насколько я помню, с общением с клиентами. Ну, в чем здесь риск? Риск в том, что в потере информации. Если это хорошие аналитики, если это логики хорошие, они тогда у вас может быть аккаунт-менеджер, так сказать. А обычно аккаунт-менеджер – это такой вот психолог, который общается с клиентами и как бы, ну, такой политик, то есть в сауне попариться, там, поговорить, там. А проект-менеджер – это человек, который вот отвечает за сроки и так далее. А обычно разные. Ну, если они обладают разным уровнем интеллекта, будут теряться знания. Вот это проблема. Ну, бывает вот, например, очень часто бывают очень хорошие аккаунт-менеджеры. Вот программиста поставь общаться с клиентом. У клиента кровь из ушей пойдет. Он скажет, нифига себе, это инопланетянин какой-то на другой стороне телефона. Он такие вещи, он знает, что такое логарифм и так далее. Вот. А проект-менеджера поставь общаться с клиентом, он начнет гонять клиента по срокам, начнет выбивать там требования, начнет говорить, что это надо сокращать. То есть, опять же, вопрос. Ну, то есть, это уже вопрос несколько другой, на мой взгляд. Главное, вот с точки зрения инженерии, не потерять требования, и чтобы все было гармонично, правильно, никто ни на кого не давил. Так. Проектировщики PM, хорошо или плохо, когда совмещено? Ну, смотрите, Project Manager, ну, в основном же в студии работают по Agile, там,
по упрощенной методологии проектной, там нет PMBOK, там нет MMS Project, как правило. Поэтому задача проекта, ну, как бумажки перекладывать и следить, чтобы там фичи не потерялись. И когда он проектирует, ну почему бы нет? Но если проект сложный, то ему будет трудно. Ему будет трудно, потому что ему клиент звонит, он там оценками занимается, он там ресурсами занимается, от объема проекта зависит. То есть если проект сложный, требуется специализация и требуется проектирование, я сейчас вот на Умейле буду проектировать, я буду неделю проектировать на Умейле, а кто будет проект вести? Это же нереально. Поэтому тут уже баланс должен быть. Итак, идем дальше. Как найти Project Manager, где искать? Да зачем вам искать Project Manager? Проектом может заниматься девочка любая. Управление проектами, хороший проект для девочки часто. Там не надо думать. Там надо, есть задача, есть ресурсы определенные. Опять-таки вы в Agile работаете, у вас нет четких критериев ресурсов. У вас есть как бы, но... Ну, то есть уйдется человек, надо искать, там, то есть некая оценка рисков. То есть, но это все на таком, на коленочном уровне делается. Это может быть любой человек без образования заниматься проектом. Тут не надо думать много. На самом деле есть PMBOK, на самом деле есть книжка, есть Agile тренинги, есть Scrum Master, есть XP. Но это надо учиться. То есть это хорошо, если человек знает. Но если он не знает, он будет общаться с клиентом, они будут определять, оценивать требования с разработчиком, играть в планинг покер, он будет там деньги там у клиента, там, тот будет говорить, что сделать, тот будет оценивать, там у них там будут всякие бумажки, всякие счета фактуры, там эти доп. Соглашения, всякая эта ерундистика проектная, это вот бумажками вот кто-то может заниматься. Но это совершенно, там логики, как правило, нет. Там такая бумажная рутинная работа, как бухгалтерия. Но не всегда, есть сложные проекты. Там немножко по-другому. Итак, давайте идем дальше. У нас же еще много слайдов. Итак, теперь, значит, риски. Риски. Вот мы подошли к управлению. Риски. Крупный клиент с сайтом. Крупный клиент может предложить большую зарплату программистам и их перетащить к себе. Какие риски? Какие плюсы, какие минусы? Для программиста плюсы, может быть, зарплата выше. Ну, вы, я думаю, все с этим сталкиваетесь. Какие минусы? Программист попадает в строительную компанию, где сайт приравнивается к туалету. То есть должен быть туалет, должен быть сайт. И такое же отношение может быть программистом, как сантехником. Эй, сделайте, эй, переделайте, а что там делать? А сделайте как там, вот вам, делайте как там. То есть люди строят дома и не понимают в программире ничего. И программист начнет дико прессовать, он будет страдать морально, и эти деньги, которые он получает дополнительные, они ему не скрасят ничего. То есть человек просто будет деградировать. Вот. На него будут орать, будет забегать сын начальника, кидаться шлакоблоками и кричать, что за матом вы тут накодили. Я там знаю, у меня там, я там кодировал в студенчестве, я программировал, я делал лучше. Ну, то есть он попадет в совершенно другую среду, где занимаются другим, и он получит очень сильную моральную травму. Именно поэтому в студии, когда человек занимает, у него дизайнеры, верстальщики, программисты сидят, менеджеры сидят, любимый технический директор сидит. Понимаете, можно подойти, обнять, там, поцеловать, кофе вместе выпить. Совершенно другая обстановка, творческая. Дальше, банк. Программистов ваших могут перетащить в банк. Там тоже хорошие зарплаты, там тоже стабильно все. Там, ну, в банке опять он попадает в некую не айтишную область. Если это будет айтишное подразделение банка, в принципе, тогда да. Но там скучно может быть. То есть все от банка зависит. Иногда вот в Сбербанке, если движуха, допустим, пошла, там может быть где-то интересно. Я сам работал 2 года в Сбербанке, то есть в айтишном подразделении. Иногда интересно, иногда нет. Но очень бывает часто скучно, это большая структура, это роста нету, это на пенсии будешь начинающим программистом, и то есть драйва уже не будет. Дальше. Яндекс. Москва, крупные компании. Ну, во-первых, Яндекс это большая компания, это бюрократия. Это, опять-таки, возможно, отсутствие вообще роста какого-то. Это, может быть, ты будешь пилить, заниматься какой-то штукой в течение 1,5 лет. Зарплата, конечно, может быть, естественно, будет выше. Это престижно, но это высокая конкуренция. Это потеря, это ты уезжаешь, ты теряешь родителей, друзей и так далее. Это может быть большой стресс. Мы дальше, у меня слайд об этом есть. Давайте сейчас это пропустим. В общем, на мой взгляд, тут есть все эти решения, типа Яндекс, стартап в Калифорнии и так далее и тому подобное. На мой взгляд, если человек на это настроен, его не остановишь, но таких людей мало. Это, как правило, такие гении, которые просто по своей природе, они вынуждены работать в студии, чтобы заработать, и они, как правило, уедут. Ну, их мало. В основная масса разработчиков не такие. Это люди, которым интересно. Друзья, коллеги, связи, проекты, родной город, там, клиенты. Им интересно это. И
они, ну, таких, как говорил большинство. Но мы об этом дальше поговорим. У меня чуть подробнее. Итак, значит, это была вводная часть. Сейчас мы вот берем за суть, идем по управлению. Значит, клуб, копаем глубже разработчиков. Демотиваторы. Чем можно демотивировать человека с точки зрения управления и организации работы, чтобы он ушел, но он об этом никогда вам не скажет? Первое. Это давить сроками и не вводить единый стандарт для всех кодирования. Это когда кодируют все, кому не лень, все хотят стать программистами, либо все хотят верстать, в итоге куча мала получается, в итоге нормальный человек в этой ситуации скажет, тут бардак, тут говнокод, просвета нет, я отсюда уйду, это все будет глючить, и он, то есть он сразу просчитает все варианты, что здесь нет стандарта кода, здесь не любят код, здесь занимаются китайским, так сказать, какой-то штамповкой, ему это не делает, он уйдет. Первое. Второе. Нарушение специализации. Эй, Вася, доверстай, а дизайнер говорит, в базе сделай запросик. Мы сейчас из админа еще не наняли. Это извращение вообще специализации. Это тоже очень сильно бьет по разработчику. Ну, типичный кейс в веб-студиях. Это разработчики говорят, поправь что-нибудь в Oracle. Да он Oracle не видел. Oracle это годы обучения, это куча курсов. Нужно человек оплачивать обучение. А вы оплатили? Нет. А вы что хотите, на халяву, чтобы он Oracle вам изучил? Это глупо. Ну, то есть, проктолог сейчас, изучи мне задача окулиста, и завтра придет клиент, посмотри ему в глаза. То же самое, это совершенно глупо, это страшная профанация, но, к сожалению, бывает. Дальше. Третье. Гику не дает возможность дописать код. Это страшно травмирует. Быстрее, 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 мы проект сдали, следующий проект. Ну, как менеджеры любят выходить в белых рубашек с галстуками, с таким выражением лица, с отсутствием извилин, как бы. То есть, их задача политика, их задача заниматься политикой, быть красивыми, быть победителями. При том, что ниже пояса он в трусах стоит, за столом это не видно. То есть, понимаете, менеджеры часто могут быть, это их работа, но с точки зрения инженера это предательство. Так нельзя. Дальше. Проблемы в коде умалчиваются. Это тоже большая... То есть, важно очень в студии, чтобы разработчики обсуждали проблемы в коде и говорили, что на этом проекте говнокод, его надо переписать. Скажите, когда, выделите время. И его переписывали. Если это не делать, проекты начинают закисать. Люди видят, что никто не... Проблемы замалчиваются, начинается политика, давление. В итоге начинается неприязнь взаимная между разработчиками. Они начинают друг друга ненавидеть, потому что один говнокодит больше, чем другой. И, ну, понимаете, то есть нельзя эти вещи замалчивать. Как только об этом все говорят, что Вась, слушай, зачем ты такую функцию написал на 1000 строк? Давай разбей-ка. Ты знаешь, другим будет трудно. Это делается. Хрен с ними со сроками. Ничего. Сделай нормально. Прежде всего код. Все. Сразу мотивация повышается. Еще момент. Не дают возможность разработчикам повышать собственный уровень. Не дают. Какой ты что? Занимайся в свободное время. Ночью. У нас деньги получаешь, давай работай, работай, делай сайт на битексе, компоненты шиберстай. Человек не будет долго работать, это скучно. Ему интересно развиваться. Он хочет узнавать новые языки, он хочет узнавать новые фреймворки. Создайте условия. Делайте внутренние стартапы, внутренние проекты для студии. Внутренний портальчик, там, внутреннее средство сборки, там, автоматизация тестирования. Библиотеки пусть пишут внутренние, ваши, которые для студии, для других проектов нужны. Это очень хорошее вложение денег и средств. Собственно, библиотеки. Не выделяется время на рефакторинг. Это тоже проблема. Давайте гоним. Васе менеджеру нужна премия квартальная, поэтому надо сдать проект в срок. И он гонит говнокод. Ему говорят, Вась, ты что? Надо переписать эту помойку. У нас глючить будет. Вася, время. Вася говорит, да. И потом Вася не сдерживает слово, и Васю переключает на другой проект. Приходит Света, она говорит, нет, мы не будем рефакторить. Все, вы убьете половину команды этим. Вы убьете. Вы создаете минус замедленного действия. Вы создаете бардак в боевом проекте. Что нужно делать? Это технический долг. Нужно его устранять. Нужно подвинуть менеджеров, подвинуть их сроки и сказать, ребята занимаются рефакторингом здесь и здесь. Дальше. По поводу переписать все на ООП. Фанатики могут этим заниматься, конечно, хотеть это делать, но не всегда есть время для этого, поэтому все-таки, естественно, мы понимаем с вами несуществующий инструмента нормального по улучшению кода, кроме как объектно-ориентированное программирование. Согласно канонов, правильное, с использованием шаблонов проектирования и так далее, не существует. Функциональное программирование может нам помочь, но иногда и не во всем.
Поэтому вот этот вот жесткий императивный хардкор, объектно-ориентированный, будет еще многие-многие года нас сопровождать. Поэтому объекты, как только у вас есть время, все форматируйте в объекты, классы, методы, эксепшены, документация, аккуратно, инварианты, предпроверки условий, постпроверки условий и так далее. Это сложно, этому нужно учиться. ООП не знает, практически очень мало разработчиков умеют правильно писать объектно-ориентированный код. Единицы. Потому что в книжках дается синтаксис, не даются реальные кейсы. Чтобы понять реальные кейсы, нужно изучать шаблоны проектирования. И книги читать не любят, все не любят. Гофы прочитают Guns of War и на этом заканчивают. Есть Мартин Фаулер, куча шаблонов. Есть другие книги. Это нужно читать книжки вот с 90-х, нулевых. Есть хорошие книжки по шаблонам. За ООП еще будет много-много лет нас сопровождать. Поэтому нельзя забивать. Дальше. Самообразование надо приветствовать и проектирование. Так, про оценку сроков обещал. Ну, смотрите, про оценку сроков давайте скажу сразу. Значит, оценка сроков. Оценить можно когда? Когда требования четко формализованы. Когда требования не формализованы, разработчик не может оценить, естественно. Это будет каша. Естественно, он будет брать запасом в несколько раз превышающим то, что есть. Поэтому, если у вас нет четких формализованных требований, и разработчик смотрит и говорит, у тебя тут вода, он никогда не оценит. Но, если у вас есть четкие формализованные требования, и разработчик, вы даете их разработчику, он может оценить с некой погрешностью. Чем более опытный разработчик, тем более точную оценку он даст. Для того, чтобы схитрить, используется Planning Poker. Это методология Agile, когда собираются разработчики, дают свои оценки. Оценки представлены в виде чисел Fibonacci по возрастанию. То есть отменят от более точной 1, 3 там, и так далее. Выше, тем оценка менее точная. Все разработчики выкидывают карты. Вы можете посмотреть в интернете эту методику. Вот. И менеджер сидит с ними. Ну, кто менеджер? В данном случае, если Agile, допустим, Scrum Master. Либо клиент, может быть, если у вас аналог XP. Либо вы можете Project Moose и говорить, ребята, оцените вот задачку. Они оценивают ее, выкидывают карты. И если оценки совпадают, можно считать, что, в принципе, оценка разумна. Если оценки не совпадают, значит, люди не понимают, что это, что будет, у каждого свой опыт. Нужно заставить их коммуницироваться до тех пор, пока, в общем-то, понимание сложности задачи не будет равным у всех. Как только понимание выравнивается, разработчики склонны давать более-менее равные оценки. Вот и все. И способность оценивать – это показатель зрелости разработчика. Начинающие разработчики боятся давать оценки, они боятся брать на себя ответственность, они вздрагивают от этого. Особенно с если это еще математики, они вообще боятся лишнюю ответственность брать, ну потому что они просчитывают риски. Вот, поэтому, если у вас есть разработчики, которые берутся оценивать задачу и стараются сделать срок, это уже признак профессионализма, их нужно прогревать, это хорошие ребята, и надо это поощрять. И если они боятся и юлят, ну, не надо троллить за это, но, как правило, все зависит от требований. Если у вас каша, то вы работаете с кашей, не ждите от людей нормальной оценки, они будут брать с запасом и будут правы. Это так честно. Вы принесли кашу, получите кашу в ответ. Только так. Так, значит, еще демотиватор. По этих демотиваторах поговорили. Это демотиватор системный. Дальше демотиваторы политические. Ну, о них я уже говорил. Это отрицательная эмоциональная атмосфера в коллективе. Если, допустим, это у вас, там, не знаю, военная часть, там, или там у вас строительная организация, или у вас там ЖЭУ, там можно кричать на людей, в принципе, им некуда идти, они на пенсии, ну, они пойдут там, сделают работу. Если это разработчики, они пошлют вас с вашей студии, пойдут в другую студию, они пойдут в Москву. Разработчик не уедет, если его любят. Поэтому первое, что нужно следить, чтобы у вас не было менеджеров, и не только менеджеров, не было разработчиков, которые кричат, унижают остальных. Это признак небольшого ума и, ну не знаю, бывают умные люди, но любят троллить. Сами смотрите, но это очень сильно разрушает атмосферу в команде. В инженерной команде не должно быть вот таких вот вещей, криков и так далее. Именно должно быть братство. Вот это правильная команда, и во всех нормальных студиях, компаниях, командах всегда атмосфера братства. Дальше. Второе, это политика, борьба за власть, когда менеджер ваш враг. То есть, когда менеджер доказывает, что он не дурак, а вы доказываете, что вы хороший руководитель, и у вас садомаза такое, вот, с кнутами и пряниками, это ничем хорошим не приведет, это совершенно не
инженерная атмосфера, она приводит к дикой потере энергии. Это нужно видеть и подбирать эмоционально совместимых людей просто между собой. Если кто-то там хочет, ну, бывают люди, ну, пытаются самоутвердиться за счет программистов. Они начинают там кричать, что ты там баги совершаешь, ты там обещал мне за 3 часа, а сделал за 4. Это вот очень плохо влияет, и у вас, скорее всего, разработчики разбегутся. Останутся те, кто никому не нужен. Кто никому не нужен, кто себя не уверен, и вот будет такой садомаза продолжаться. Дальше. Еще момент, когда принуждают вот, заниматься слабыми разработчиками. Не все программисты это любят. Ну, не все любят. Ну, на самом деле, если хорошая команда, тебе всегда помогут, подскажут, тебе дадут примерчик, но ты должен все-таки сам тянуть. Если человек не тянет, это чей-то родственник там пришел программировать, ну, нельзя заставлять людей, ну, это не... Они не воспитателями пришли в детский сад работать, горшки менять, они пришли код писать, понимаете? Немножко разные. Дальше. Очень важный момент по демотивации, это спускание сверху оценок. Это тоже важно. Когда с разработчиком не советуются, когда... Говорят, я видел это делать за столько-то, поэтому сделайте за столько-то, и я считаю, вам дня на это хватит. Ну, в шутку так можно говорить. Но потом говорить, я же сказал за день, а и там ты согласился и не сделал. То есть вот этой торговли вообще не должно быть. Торговли в инженерии места нет. Это, инженеры не продажники. Инженеры, они работают, у них куча рисков, и там куча математики. Ни в коем случае не торговаться. Если разработчик опытный, он даст более точную оценку. Менее опытный даст менее точную. Это надо просто уметь и учить эти риски в плане проекта. И все. Не надо троллить людей. Дальше еще бывает. 4-й пункт. Менеджер заодно с заказчиком. Там, прогибает сроки. Нарушается процесс. Но я уже говорил, к чему это приводит. Это приводит к коллапсу, к хаосу в вашей студии. Вот. У вас сначала проект взлетит, но потом вы не сможете дальше его достроить. У вас все будет разрушаться, кровоточить багами. Поэтому категорически против. Дальше. Мотиваторы. Про мотиваторы мы тоже говорили. Давайте повторим. Первое. Культ чистого кода в компании. Если есть, люди, как правило, не уйдут никуда. Они не уйдут в компанию, где много денег и куча говнокода. В крупных компаниях, по опыту, к сожалению, не только по моему опыту, в крупных компаниях, особенно не разработчиков, в основном не разработчиков, строительные компании всякие, там, знаете, банки и так далее, там пишут софт, часто жуткий софт, потому что IT для них это что-то побочное. Они нанимают там людей, что-то пишут, люди увольняются, они нанимают других, в итоге там зарплата больше, но там такой безобразный код, что работать можно там только, ну как сказать, то же самое, что играть в оркестре, где все фальшивят. Нормальный музыкант в таком оркестре играть не будет. Он уйдет через неделю, через месяц, он уйдет с этого оркестра. А у вас веб-студия, у вас должен быть оркестр хороший, настоящий джазовый оркестр. Поэтому культ чистого кода. Культ правильных алгоритмов. Мы об этом говорили. Поощряется изучение алгоритмов и поощряется ум, а не возможность, сколько ты лицензий продал. Мотивирует разработчикам числом проданных лицензий путь никуда. Путь в жуткую помойку и бардак. Культ объектно-ориентированного программирования в рамках D7, культ функционального программирования, который сейчас популярен, да. Очень важно прививать ответственность за собственный код. То есть борьба с этими, с нерешительностью команд, с нерешительностью разработчиков, с нерешительностью, боязнью дать оценки новичками. Любой новичок чем хорошо прокачивается? Надо учить его давать оценки. Оценка – это ответственность. Вот он взял на себя ответственность сделать эту задачку. Или в Agile взял задачку в скраме, допустим, с доски, да, или в канбане. Он ее делает. Пусть делает. Вы же не знаете, нормальный гик, он будет ночью делать. Он будет все выходные потратить, но он сделает задачу к сроку. Вот. Либо он скажет, что он попытался, не получилось, и упростит требования. То есть, это хорошо. Если это не прививать, то как бы, ну, это будет безответственное программирование, где все звезды, а проекта срок почему-то нет. Культ профессионального развития. Да, если это поощряется, то, как правило, люди не утекают, потому что, а зачем ему утекать? Ему дают возможность развиваться, он изучает новые языки, новые фреймворки. Это все годы, на самом деле. Вы не думаете, что это месяцы. Это годы. Symfony там годик, Bittrex там годик-полтора, уже может скучно стать. Zen Framework там тоже годик. Unix потом можно изучать. Stack TCP/IP там, можно там уже C++, допустим, что-то делать там, для студии. То есть, должно быть постоянно что-то интересное. Должны быть проекты, где люди могут часть времени своего тратить на это вне как бы, проектного времени. Это держит. Уважение к компьютерной ценности, я уже сказал. Уважение к алгоритму, к книгам, к машинному обучению, к нейронным сетям. Уважение к чужому коду. Это тоже важно.
в правильных командах разработки люди уважают свой код и не говорят, что Вася, Вася там тупой, наговнокодил, и все за Васей надо переписывать. Это все, это истерия какая-то, это у вас что-то не так. Такого быть не должно. Уважаешь чужой код, но опять же, ты уважаешь чужой код, а они уважают твой код. То есть люди как бы могут, в принципе, в отпуске зайти, поправить и так далее. Они не говорят, что это говнокод и не истерят. Уважение, естественно, в команде. И, естественно, последний пункт, самый важный, уважение менеджера. Вот грамотная инженерная команда, она ценит менеджера своего. Мы об этом говорим на отдельном слайде. Причем культ уважения менеджера очень важный. Потому что менеджер создает вам условия для работы. Он как отец родной, получается. Еще момент, риски, ловушки. Мы еще их не обсудили кратенько. Значит, какие есть извращения? То есть вы создали условия, у вас все хорошо, у вас печеньки, кофе, генеральный директор не появляется в офисе, его сын не дает советы, вот, все хорошо, начальник, отец родной, какие могут быть извращения? Ну, об этом уже говорили, я видел. ООП головного мозга. Что это такое? Это вот увлечение программистами, увлечение, создавать все идеально, идеально правильно. Но это все от неопытности. То есть опытный разработчик никогда не будет создавать класс там, где можно решить задачу функции. Он никогда не будет создавать функцию, где можно написать портянку в компоненте и забыть. Понимаете разницу? Неопытный начнет создавать свой фреймворк, ORM свой создавать, потому что битриксовый, он ему непонятен, и он не прочитал, как он работает, и ему сложно, и он говорит, что раз мне непонятно, значит это неправильно. Это вот признак вот неопытности. Поэтому ООП головного мозга, это вот сразу, дай мне, мальчик, оценочку, и сделай, пожалуйста, к сроку, и покажи, что ты сделал. Это его дисциплинирует. Он и вырастет сам, он и сделает продукт какой-то, или какое-то решение, и он от этого ООП головного мозга, который, в принципе, у всех поначалу, он будет уходить. Дальше. Про юнит-тесты я говорил, что иногда можно писать, иногда не нужно писать. Точнее, их всегда бы полезно писать. От них хуже не будет. Но не всегда есть время, поэтому можно с помощью ООП модульности, в принципе, эту боль смягчить. Вот. И дымные тесты эту боль тоже смягчат. Поэтому можно. Итак. Значит, дальше. Свои фреймворки. Я уже говорил об этом, что свои фреймворки многие начинают писать, не дописывают, потому что оказывается, что у них не хватает знаний, опыта, и все это потом эти ужасные монстры в веб-студии путешествуют, никто не хочет ими пользоваться, поэтому с этим аккуратно. Если вы взялись писать свой фреймворк или свою библиотеку, давайте это опытному человеку, который хотя бы годик работает, умеет давать оценки и адекватен. Дальше. Самопрокачка за счет фирмы. Что с этим делать? К сожалению, ничего ты с этим не сделаешь. Разработчик будет прокачиваться за счет компании, за счет проектов, потому что чем больше он знает, чем больше он опытный, тем на большую зарплату он сможет претендовать у вас, либо в другой компании. Что можно сделать здесь? Можно людей оставлять. Да. Что еще можно сделать? Ну, как я сказал, создавать условия, где его любят, где позитивная атмосфера, где печеньки, где есть возможность развития, где обязательно у вас есть книжная полка с кучей книжек по машинному обучению, по программированию, чтобы человек не думал, что он всю жизнь будет делать сайты на Bittrex и интегрировать верстку в компоненты. Если вы это ему скажете, у вас все нормальные люди уйдут. Это скучно. Он должен заниматься инженерией, создавать код. Он должен изучать Bittrex вглубь. Он должен там изучать API, писать модули для Bittrex. Скажите, что он будет делать модули для Bittrex. Это уже интересно. Вот модули D7 пусть изучает, пусть объекты создают свои, библиотеки, фреймворки для Bittrex. Это уже интересно. Вот. Но прокачиваться будет. Но не все. К сожалению, не все люди способны прокачиваться. Но те, кто способны, они будут прокачиваться. И ничего плохого в этом нет. Только знаете, как сделайте? Сделайте так, чтобы во время прокачки человек все-таки делал проекты и делал сложные вещи в ваших проектах, чтобы это осталось и чтобы этим можно было потом пользоваться в студии. Тогда прокачка будет идти нормально. Это вообще то, что человек прокачивается, то, что он хочет узнать новое, сделать лучше, чтобы не повторять одно и то же. Это признак хорошего разработчика. Это нормально. Это нормально. Новые технологии, я уже сказал, и компетенции. Их надо приветствовать, но очень аккуратно, потому что часто от неопытности разработчик тянет все неизвестные слова и хочет все неизвестные слова, которые он услышал вчера на форуме, внедрить в вашем веб-проекте. Это приведет к дикой катастрофе. Он возьмет какой-то ORM, влепит туда какой-нибудь пропил там, или там, не знаю,
доктрин какой-нибудь или что-нибудь еще. Потом он влепит какой-нибудь композер, потом все у него запутается, потом ему станет неинтересно, он это бросит, все, все начнет загнивать. То есть с этим осторожно, минимально, но аккуратно. Искусство управления сложностью, но это самая главная часть вот в этом слайде. Она заключается в том, что приучать людей к простоте. Что приучите к тому, что веб-проект очень легко может стать запутанным, сложным, и все в нем запутаются и будут падать, засыпают на ноги, и это огромная проблема. Особенно можно запутаться в коде. Особенно если разработчик новенький, начинающий. Начинающий разработчик, когда пишет большой код на несколько страниц, они в нем начинают запутываться, страдать, падать. И у них опыта нет, писали большие проекты. А где они получат этот опыт? И даже у разработчика на Битрикса такого опыта, вот если вы берете опытного разработчика на Битрикс, тоже может такого опыта не быть. Поэтому здесь нужно, люди потихонечку учатся не запутаться в собственном коде. Поэтому надо писать как можно проще, понятнее, яснее, как можно проще решать задачи, о чем мы говорили в самом начале. Источники страхов разработчика. О чем здесь, как их преодолевать? Есть вещи, которых вам никогда не скажут, но которые есть. И которые надо знать, просчитывать и минимизировать риски, когда вы управляете этой командой. Значит, первое. Разработчики часто люди умные. Умные от природы. Бывают люди еще ленивые. Может быть так, что вы очень поставите человека неразвитого интеллектуально и сомкнете на человека интеллектуально развитым человеком. И тут возможен конфликт. Конфликт связан с тем, что один скажет, это глупый, он ничего не понимает, он дурак, и вообще, как он сюда попал, и вообще в IT, что он делает, и так далее. Это такое есть. И поэтому все зависит от воспитания, от этики. Если разработчик понимает, что этот менеджер, допустим, который не умеет, там, не знает, что такое алгоритм, но при этом он пробивает кофемашины, печеньки, он помогает сроки согласовать, он не дает заказчику себя продавить, он защищает интересы команды, он выбивает время на рефакторинг. Если он это понимает, это его будет друг, это будет друг-программист. Если это какая-то, прошу прощения, крыса хитрая, которая переводит стрелки, которая любит начальству угодить, все, конфликт будет, и умные разработчики его просто сожгут. Они своим IQ, излучением головного мозга, просто его испепелят в какой-то момент. Это ничем хорошим не приведет. Дальше. Второй момент, это разработчик видит, что менеджер старается формализовать требования, но все равно у него на выходе эмоциональный бред получается. Но человек не способен мыслить логически. Какая девочка вот пришла, она менеджер, и она при всем ее старании, она любит компанию работать, ей нравится все, но она не может четко сформулировать требования, у нее голова начинает болеть от этого. Что тут делать? Задача уже управленца, вас, это отследить и понять, что разработчик недоволен, он не понимает, он постоянно ругается, он говорит, да что вы мне даете, вы не понимаете разве что вы, а я не понимаю. Типа, ты понимай, ты умный, давай за нас. Вот это надо пресекать на месте и ставить какой-то буфер, иначе просто будет конфликт. Третий момент – это лень. То есть кто-то умный, но ленивый, а кто-то умный и трудолюбивый. Естественно, он будет гнать вперед команду, а этот ленивый будет, так сказать, хитрить, троллить, потому что он не любит работу, он будет ее избегать и сталкивать кого-то лбами. Эти вопросы, опять же, а разработчики люди умные? Они могут очень хорошо маскировать свою работу. Они могут, вот очень часто кейсы, разработчик 3 месяца может работать и заниматься собственным фреймворком в вашей студии, а вы даже об этом не будете знать. Он будет говорить, я пишу фреймворк, но я его еще не дописал, он будет дописывать несколько месяцев, а потом уволится и скажет. А потом в резюме появится строчка, написал собственный фреймворк и выложил на GitHub. Это часто кейс, это нужно знать, поэтому вы как руководитель смотрите, от этого, от горя от ума может к этому вот привести. Дальше. Где еще риски? Разработчик может быть опытный, но он берет библиотеку какую-то, которая глючит. Он не может знать заранее, что эта библиотека работает стабильно. Поэтому он вам дал оценку, но он ошибся, потому что база какой-нибудь на продакшене какой-нибудь MongoDB при холоде известно, что работает плохо. А он не знал об этом, он взял это MongoDB, и у вас проект лежит. Ничего плохого он не сделал, он не знал. Поэтому как с этим бороться? Бороться с этим легко. Делайте прототипы. Чтобы людей не заставлять краснеть за свои оценки, не мучиться, просто делайте прототипы, проверяйте нагрузкой.
требования, если сложный проект. И как бы, то есть не надо создавать условия, что человек дал оценку, а потом за нее отвечает, он потом страдает, он не знает, как он в глаза смотрит. Не надо. Он может не знать. Вы просто скажите, какие ты видишь риски? Сколько ты это сделаешь? За 2 недели там. Какие ты видишь риски? Я вижу риски, что эта штука на продакшене будет тормозить. Отлично. Делаем за полдня прототип, проверяем нагрузку и движемся дальше. То есть вы работаете по рискам. Не надо эмоционально давить на людей. Не надо заниматься политикой, троллингом, там, депрессняком. Надо просто системно, математически, инженерно, правильно работать по рискам. Только по рискам. То есть ваша задача как менеджера проекта, как руководителя разработчиков, снижать риски. Вы создаете атмосферу прозрачности, коммуницированности, все разговаривают, общаются, рисуют на досках, позитивчик, печеньки. Ребята, какие риски? Ребята, кто видит риски? Где говнокод сейчас? Там. Какие риски? Та-та-та-та. Каждый день. Вы снижаете риски. Все. Вот управление. Это самое эффективное управление командой. Работа по рискам. Все. Дальше. Как не запутаться в требованиях клиента? Как распутаться? И об этом мы, в принципе, уже говорили. Может менеджер запутаться в требованиях, у него будет говорить голова, он будет это скрывать. Не надо скрывать. Надо сказать, что я запутался в требованиях клиента. Много требований, нужно проектировать дальше. То есть, ребята, слишком много воды, куча терминов, куча объектов. Давайте что-то делать. Но я запутался. Это важный риск. Есть же инструменты. UML, пожалуйста. Use case рисуйте. Алгоритмы рисуйте, объекты рисуйте, связи рисуйте. Мне напишите, я вам расскажу, какие артефакты нужно делать, чтобы снизить сложность требований и формализовать их. То есть, если вы запутываетесь, сразу пишите, допустим, Bittrex. Или читайте. Мы поможем. Либо, ну, то есть, это не проблема. Любые требования можно формализовать в простые. Все можно упростить. Все. Главное, просто об этом говорить. Пятый момент. Разработчик может запутаться в коде. Я уже говорил об этом, но это важный риск. Начинающий разработчик, хороший программист, он гик, но он никогда не писал столько классов, он никогда не писал столько объектов. У человека физически он забывает, что он пишет. Это нормально. И плюс, забыл вот написать вот этот слайд, вы еще человека переключаете между проектами. Это категорически нужно делать, категорически редко. Потому что человек садится, час вспоминает, что он писал. Потом у него появляется настроение. Он начинает в этот момент, он набирает скорость. Он начинает кодить, ну, может, 3 часа. За 3 часа в этот момент нафигачить столько кода хорошего, который будет годами работать. В этот момент вы дергаете и говорите, там вот эта вот девочка с клиента написала, как что-то тебе написала, поправь. А она там, ну, дурь какую-то написала, чушь какую-то. Это сначала менеджер должен посмотреть, отфутболить это. А вы как бы на разработчика кидать. Или Вася, поправь баг там, Коля ушел в отпуск, вот там баг. Представляете, что происходит? Да человек, все, вы ему день сломали. И здесь я не защищаю разработчика. Я говорю вам о том, что на самом деле происходит в голове программиста. Если программист переключается, он будет 2 часа переключаться. Программисты вообще не переключаются, это нормально. Они пишут сложный код. У них в голове в этот момент 100 переменных висит. У них несколько классов, они занимаются конструированием. Пусть переключается менеджер, это его работа, постоянно переключаться. Он не должен куда-то копать вглубь. Его задача переключаться. Аналитик копает, он переключается, он там задачки скидывает. Вот, если вы нарушаете этот процесс, у вас разработчик и мышь за мышкой поехал, и клиенту съездил, и поверстал, и сервер купил, и программирует, все, вы ужасно, вы на пути, в общем, коллапс. Идем дальше. Теперь менеджер. Какие вот такие скрытые риски есть очень популярного менеджера, как с ними бороться? Так, значит, теперь вопрос у меня возник. Искать другого проект-менеджера, если он на выходе несет бред? Как первоначально оценить логику? Ну, как оценить логику? Задачку датчику решить. Дайте задачку логическую решить. Посмотрите, он вообще способен считать, способен анализировать, способен вычленить, абстрагироваться и из эмоционального бреда клиента вычленить сущности, связи. Это тут не надо образования, это склонность ума к логике. Либо, может быть, это хороший менеджер, он нравится клиентам, он общается с клиентами, он душка, он коммуницирует хорошо. Наймите ему аналитика. Такого вот аналитика, это может быть девушка, это может быть парень, но это человек, который садится, и вот он на белом листе видит кучу сложностей. Он видит квадратный лист, он считает теорему Пифагора. То есть он способен эмоции разложить по полочке, и дальше программист скажет вам спасибо. Как-то так. Давайте по менеджеру, а то нам заканчивать уже надо. Вот. Значит, у менеджера какие есть страхи, о которых вы, скорее всего, не знаете, и которые надо знать и преодолевать. Во-первых,
Разработчик ответственный за результат. Разработчик должен нести ответственность за результат. Это удобный, ответственный человек. Если он свой ум использует для перевода стрелок, для сваливания ответственности на кого-то, на то, что он там покодил, скопировал, но он не знает, что внутри, это безответственный разработчик. Часто это бывает, к сожалению. Разработчик не разбирается в чем-то коде, дописывает свой, потому что горят сроки, потом третий еще дописывает, четвертый что-то дописывает. Получается такая гора, фекалийная гора, вот эта жуткая. Это, с этим надо бороться, ее надо все равно потом будет убирать, эту гору. Если вы ее не уберете, любое прикосновение к этой горе вызовет боль. И люди будут, ну то есть достаточно хорошего человека макнуть в эту гору пару раз, он просто уйдет. Ну есть такие проекты иногда, просто заброшенные, которые писались непонятно кем, непонятно с каким менеджером, непонятно с каким клиентом, непонятно с каким программистом. Это ужасные проекты. Они вызывают боль и страдания, потому что там абсурд в них, абсурдная логика. И любое изменение в них вызывает кучу ошибок. А вы еще заставляете человека еще эти ошибки искать и исправлять. Все, вы теряете специалиста, все. Это ужасно, это делать нельзя. Эти проекты нужно переписывать, либо закрывать. Но есть на самом деле разработчики, которые вот такие ошибки исправляют. Но это единицы, это люди с устойчивой психикой. Ну таких надо беречь, конечно. Но их очень мало. Способных разобраться в жутком каком-то проекте в адском. И, ну то есть это, конечно, бывает иногда и на продакшене. Это надо уметь разбираться, но это вызывает боль, поэтому давайте ее просто снижать. Значит, дальше, как получить адекватную оценку от разработчика компетенции задачи? Если разработчик виляет от вас, умничает, сыпет непонятными словами, ну вы видите как менеджер, что он просто не уверен в себе и пытается выбить себе больше времени, попросите его декомпозировать задачку просто. Покажи, какими этапами ты будешь делать задачку. Этапы. Этапы пусть даст, без оценок. А потом оцени этапы на уровне простой, средний, сложный. Этого поначалу этого достаточно. То есть все равно приучайте разработчика композировать. Иначе он свалит ответственность на вас. Вот, и начнем делать какой-то фреймворк. Я вам объяснил, что это бывает часто. Разработчики увлекаются чем-то и забывают о проекте, и целый день занимаются оттачиванием коня в вакууме. Это, за этим надо следить, это гики. Но опытный гик так делать не будет, а неопытный будет этим заниматься, поэтому тут оценочку нужно обязательно получить. Дальше. Важность прототипирования. Про это мы уже говорили, про прототипирование. О том, что если сложный проект, необходимо обязательно сделать прототип, чтобы не заставлять людей и вас не подвергать риску, что у вас за неделю перед продакшеном оказывается, что MongoDB не держит нагрузку. Или что ваш класс, который MemCache кэширует, не держит нагрузку. Это важно, поэтому делайте прототипы. Потраченное время на прототипы, на снятие рисков позволит вам уверенно войти в продакшн. Когда идти на поводу у команды? Иногда надо идти на поводу у команды, вам как руководителю. Но здесь важно не заиграться. То есть, ну, понимаете, нужно создавать атмосферу драйва. Если вы не будете создавать атмосферу драйва, все программисты поймут, что программирование это трудно, это тяжело, и одни страдают, никто не дает программировать качественно, и Bittrex им надоел и так далее. Атмосфера драйва должна быть. Поэтому подыгрывание команде, оно часто полезно. Вот. Ну, то есть, как подыграть? Книжку купить. В хорошем, я имею в виду подыграть не в смысле обмануть, а в смысле пойти навстречу, кофемашину на более новую купить, печенье более вкусно купить, книжек купить, на курс направить людей, семинар там, Москву направить на хайлоад, например, на секр, пусть поедут. Это классно, люди будут благодарны вам. Тогда надо. Но, когда люди начинают, вот, видно, что, ну, эмоциональная природа людей такая, что не все способны самомотивироваться. Есть люди, хорошие программисты, но у них проблема с самомотивацией. Они сядут и заснут. Вот. И, к сожалению, иногда нужно щелкать вот этим вот плеткой. Вот, тогда, иногда, ну не для всех, но есть такое. Поэтому, если вы не хотите сами щелкать плеткой, это, вы видите, что это нужно взять, прийти, стукнуть кулаком по столу и сказать, ешь вашу мать, у меня завтра релиз там или через неделю, а вы тут обсуждаете на доске дифференциальное уравнение. Ребят, ну что? Вот в этом случае, если вы не можете, и вам трудно это делать, у вас должен быть такой вот, не знаю, технический директор, либо ведущий разработчик, который вот в таком спецназовском духе, ребят, давай, то есть он как бы увлекает за собой людей, не дает им спать, раздает задачки, спрашивает, то есть он их троллит, но с любовью троллит, и они как бы постоянно трудятся и не дают людям спать.
Это важно. То есть такой человек, как бы живчик такой, который не засыпающий, который бегает, бегает, бегает. Это может быть менеджер, это может быть менеджер проекта, это может быть аналитик. Но он постоянно, 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 постоянно. Главное, чтобы его просто не где-то не казнили за это. Надо следить. Когда включать доброго руководителя? Ну, я говорил уже, ведь от вас очень много зависит. От вас зависит, во-первых, какими проектами будет заниматься разработчик? Разработчикам многим интересны сложные проекты. Вот вы их проект как бы делаете, вы раздаете, вы подключаете. То есть можно модуль дать какой-то, можно там, допустим, там взять там какой-то хайлоди. Дальше вы распределяете внутренние проекты в компании, там фреймворки, библиотеки, опять же. То есть от вас много зависит, и от вас зависит, какие задачи вы кому дадите, и уровень мотивации людей. Дальше от вас зависит, ну, не все на самом деле, но некоторые хотят стать менеджером. То есть вы, может быть, видите, человек разработчик, но он мучается, ему код ему не нравится, а вы хотите его взять себе в команду, чтобы он управлял. В этом случае от вас зависит, там, вы даете ему опыт, там, наставником ему являетесь, там, вы там, добрый руководитель. Если, допустим, вы технический директор, ваша доброта в том, что вы помогаете решить сложную задачу, вы говорите, какую книжку почитать, вы рассказываете человеку, что вы прочитали там эти 10 книг, и вы рассказываете простыми словами за чашкой чая, как это на самом деле устроено. Разработчики это страшно любят, когда вы о сложных вещах говорите простыми словами. Особенно, если касается всяких там алгоритмов, ладно, понятно, там, операционная система Unix, хакерство, там, объектно-ориентированное программирование очень любят, другие языки программирования, потом там машина обучения, нейронные сети, это вообще можно взахлеб рассказывать, вы добрый руководитель. Вы помогаете человеку решить его задачу красиво, профессионально просто. Про неприятный осадок я рассказал, это как раз про то, что когда вам надо команду смотивировать, а люди спят, и ладно, еще спят, еще начинают друг друга троллить, там колоть, такое бывает. Вот у кого-то нервы не выдержали, он начал камнями кидаться, все висят на горе, кто-то начинает кидаться камнями, истерить, что скоро все упадут, скоро придет НЛО, их заберет, и проект они не зато. То есть, ну, гасить нельзя. Если вы человека начнете орать, там, человека гасить, ну, это все. Вы, вот это вот, сразу будет очень неприятный осадок у всех. И все будут знать, что в этой компании возможно такие убийства эмоциональные. Поэтому надо человека пригласить, поговорить, успокоить и как-то вот позитивно, печенье там больше купить. То есть мотивировать. То есть у вас постоянно должна быть такая атмосфера мотивации, постоянно горячая атмосфера командной работы. Так, идем дальше. У нас немножко осталось. По поводу сисадмина. Подводные риски сисадмина какие? О которых вы можете не знать, которые есть. Он может не доверять коду. То есть команда разработчиков сильная, хорошая, но они пишут быстрый код, и они безответственны. Они говорят, программист, сисадмин там сам посмотрит, там затормозит у него на бою. То есть они немножко безответственно относятся к нагрузкам, к ошибкам. Ну, типа, клиенты протестируют, сисадмин там с нагрузкой справится, он не доверяет им. Поэтому нужно увеличить уровень доверия между администраторами. Для как это делать? Коммуникациями. Они обсуждают релиз, они обсуждают выкладку. То есть организуйте коммуникации между командой разработки и сисадминами. Это должны быть команды, которые сидят либо вместе, либо активно коммуницируются в позитивном ключе. Только так. Если это сисадмины одно, разработчики другое, вы породите конфликты и между ними войну. Разработчики на бою. Конечно, админы этого не любят, а это часто бывает в веб-студиях, когда разработчики крутые права не лазят по серверам. С этим нужно бороться. Если это есть, сисадмины будут недовольны, и вы будете это чувствовать. Зачем вам плодить конфликты? Поговорите и сделайте так, чтобы этого не было. Иначе просто теряется стабильность на серверах. Нагрузочное тестирование. Админы любят это. Нужно это делать. Если вы не проводите нагрузочное тестирование, то админ будет не спать ночами, и клиенты будут ему проводить нагрузочное тестирование. Естественно, с этим нужно бороться постепенно, постепенно, но таким образом вы сможете удержать хорошего сисадмина, если пойдете ему навстречу и сделаете как правильно, по фэншую, как положено. Компетенция, прозрачность. Но здесь надо следить за тем, чтобы сисадмин все-таки занимался своим делом, дарил вам открытый софт, технологии, управлял, мониторил и обеспечивал стабильность. Если этого нет, он просто будет сидеть в консоли с умным видом, понимаете, а разработчики будут решать задачи его как бы сами. За этим надо следить. Так, уже заканчиваем мы. Итак, значит, правильное лидерство в команде. Вот мы пришли, например, к правильному лидерству в команде разработчиков, в управлении, в команде проекта. Итак, смотрите, на мой взгляд, правильный, сейчас мы с лидерством определимся. Значит, первое, моральное лидерство. То есть, формальное начальство, это далеко не все, естественно. Это может быть чей-то ставленник, которого не любят. Моральное лидерство, это лидер, который
человек с совестью, который, ну, с точки зрения инженерной команды, человек, который не прогибается под сроки, ну, старается, конечно, их сдержать, но он за качество. Если это аналитик, это человек, это лидер, моральный лидер, который ответственный, естественно, это ответственный человек, который, он, для него прозрачность и четкость требований – это главное. Система – это главное. Как бы. Технологический лидер – это лидер, который знает больше всех. Он может быть ведущим разработчиком, но знать больше технического директора, например. Это тоже хорошо. И дайте возможность лидерствовать. Если он знает много, пускай. У вас может быть лидер по математике, лидер технологический. То есть старайтесь формировать круглую команду, круглую проектную команду, когда нет начальника. Начальник – это вот этот тупиковый путь. У меня дальше слайд есть. У вас должен быть лидер. У вас должен быть несколько лидеров в каждой своей области. Этот в этом обучает, этот в этом обучает, этот в этом обучает. В итоге выигрывают все. Ситуационное лидерство – это когда все спят, а этот человек бегает и говорит: ребята, надо, рано, реванс-релиз, давайте сделаем. Он не менеджер, но он бегает. Это тоже надо поощрять. Это вот роль скрам-мастера обычно, которая может быть переходная в команде. Ну, то есть не бойтесь и поощряйте то, что кто-то ходит и переживает о проекте, рисует, там, волнуется, заходит в менеджер, это нормально. Ну и, конечно, пятое – это системное лидерство. Все к этому идут, к тому, что айтишная команда, к тому, что цель на самом деле внутри команды, главный начальник в команде – это система. Как, чем она более качественна, прозрачна, правильно работающая, красиво, нравится людям, тем она эффективна, тем... Ну вот это их начальник. Они делают как бы внутреннего бога, который эффективен. Это ваш проект. То есть качество, то есть, как сказать, чем... Если люди высказываются, как эту систему улучшить, как сделать проект более дешевым, более эффективным, то они делают правильно. Они, вот, то есть они служат, они как бы приносят дары этому начальнику. Вот их начальник, система. У инженеров это вообще распространено. Это как бы признак правильности, здоровой внутренней инфраструктуры, что все улучшают систему. И начальник за этим следит. То есть вы как менеджер, если следите за этим, чтобы люди занимались вот этим. Когда они этим занимаются, это правильно. Как только выстраивается вертикаль, я начальник, ты что мне сказал, там, ты как на меня посмотрел, вы теряете вот эту лаконичность и начинаете страдать. Итак, дальше идем. Ну, почему так важно беречь руководителя? В принципе, мы об этом уже говорили, и это как бы не надо об этом говорить, разработчики это почувствуют, потому что они это не всегда чувствуют, но руководитель несет ответственность. В этом его святость. Он ответственность несет за проект, за людей. Действительно несет ответственность. Когда они это видят, они его уважают. Он не знает, что такое логарифмы. Он не знает, что такое дифференциальное уравнение. Но он несет ответственность за проект. Он ночами не спит. Он встречается с клиентом. Он подпись поставил под договором. Когда это людям донести, они начинают уважать человека. Уважать ответственность. Потому что они сами боятся оценивать. А когда они берут на себя, оценивают, они тоже берут на себя ответственность. И тут уже они уважают ответственность вас. Дальше. Руководитель, естественно, обеспечит профессиональный рост. То есть, естественно, это, ну, и об этом не надо говорить, это понятно, но просто как бы между нами, да, мы понимаем, что именно от руководителя зависит от проектного менеджера, функционального менеджера разработки, либо от, не знаю, руководителя студии, либо там, не знаю, кто-то, как у вас в иерархии, зависит профессиональный рост разработчика. Будет ли он ведущим разработчиком, естественно. И если это правильно показывает, что ты трудишься и растешь, то как бы тебя любят, потому что ты. Вот, ну, дает возможность людям расти. Дальше обмен знаниями. Если вы эффективный руководитель, там, технический директор, руководитель разработки, проектный менеджер, если вы эффективно обмените знаниями, то есть не держите их в себе и там боитесь, там, что у вас конкуренты, там, боитесь вырастить себе там, конкурентов, а вы делитесь знаниями активно, вас любят, потому что вы похожи на разработчика, вы, для вас знания и эффективность превыше всего. И вы делитесь знаниями. Вот таким образом вас любят. Ну, естественно, совместные проекты, истории успехов, без проектного менеджера проекты не делаются. Поэтому, чем лучше проектный менеджер, чем он крепче, тем... То есть, возникает история, люди помнят, что с вами они победили, с вами сделают тривиал проект. Возникает такая любовь, уважение взаимное, и это правильно. То есть, как бы проектная работа в команде сплочает команду, коллектив, и возникают такие вот отношения. Вот. Ну, естественно, я вам вебинар. Да, заканчиваю. Ну, естественно, мотивация и рекомендация, путевка в жизнь. То есть об этом можно сказать, просто не все, наверное, разработчики знают об этом, что от руководителя зависит ваше будущее. Если разработчик пойдет в другую компанию, как правило, позвонят и спросят, ну, как этот человек работал. И ваш руководитель будет отвечать на вопрос, как вы работали с ним. И это, ну, наверное, стоит донести хотя бы раз до команды, что есть вот ряд руководителей,
у которых, ну и разработки, не только, у которых есть такая, ну, как, которым звонят, а они говорят о бывшем разработчике гадости. Вот, такое есть. И потом у самого руководителя начинаются проблемы, у него самого, уже в его как бы профессиональной среде. То есть руководитель – это ваше либо проклятие, либо благословение. И поэтому их надо ценить. И чем как бы у вас более хорошие отношения бизнесовые, да, тем правильнее. Итак, я уже заканчивал, я вижу, что у нас несколько слайдов осталось. Итак, значит, как, подводим итоги. Первое. Так, внимание, стоп, вопрос. Есть вопрос? Секундочку, сейчас я отвечу на него. Есть вопрос. Если... Да, запись будет. Если клиент хочет вот это, мы даже спрашиваем разработчика, сколько надо времени на задачу, чтобы озвучить стоимость клиенту. Заинтересовать клиента в сотрудничестве с нами. То есть затягивать с определением сроков нельзя. А задача новая для нас раньше недели. Как оценить? Надо вовлекать клиента, объяснять ему, как вы жарите табак. То есть надо объяснять, чем вы занимаетесь. Вы не маги, вы не волшебники, вы строители. Надо как-то показать ему хитростью, нехитростью, как устроен процесс производства. То есть вы не можете нарушить законы физики, их никто не может. Надо объяснить, что есть законы физики, они не меняются. Что разработка – это прикладная математика, которая прикладывается таким-то образом к решению таких-то задач. И вы рассказываете, как это круто, когда вот клиент вместе с вами строит ракету, и вот вы показываете ему и говорите, знаешь, вот тут такая задача возникла сложная. Чтобы ее спроектировать и оценить, нужно написать 3000 страниц, потратить полгода. А наш программист Вася Пупкин, он гений, он может примерно предвидеть эту задачу и через час сказать примерно, сколько она будет. То есть он может сэкономить нам полгода. Но при этом он может ошибиться. Надо это рассказывать. И постепенно клиент, при правильной работе аккаунт-менеджера, клиент постепенно проникается идеей проекта. То есть ваша задача его втянуть в этот драйв. То есть он должен войти в... То есть когда со стороны клиента люди вовлечены в проект, они заинтересованы в совместной победе с вами, они вносят идеи, которые учатся с разработчиками, это драйв. И ваш проект, скорее всего, взлетит. Так рождаются крупные интересные проекты. Если со стороны клиента менеджер, задача которого отжать, задача которого... получить квартальную премию, задача которого просто тянуть время, то он завалит вам проект. Тогда какой есть способ? Такого менеджера просто отстреливают. То есть приходят в компанию к клиенту и говорят, вы знаете, а мы там, ну, мы хотим там с большим количеством менеджером общаться, или вы поднимаетесь на вешний уровень. То есть вам нужно найти человека, который принимает в компании решение по проекту. Тогда как бы риски минимальны. Если вы попадете на пешку, пешка вас просто загубит. И тогда бесполезно. Вы будете все и говорить, она будет кивать, и при этом продолжать вас троллить. И, ну, я думаю, вы поняли. Итак, значит, у меня последние на два слайда. Так, запись будет. Итак, значит, смотрите. Управление в IT. Современное управление в IT правильное. Это джедаи и мидихлорианы. Круглая команда. Мудрость, красота и польза во главе угла. Круглая команда. Вы понимаете? Круглая. Не треугольник иерархия египетская, а круглая команда. И каждый говорит так, чтобы проекту стало лучше. То есть приветствуется высказывание в сторону улучшения проекта, улучшения системы, улучшения кода, улучшения там, обеспечения, улучшения печенек и так далее. То есть задача менеджера вас. Вы масло в этом механизме. Вы смазываете его, и он работает. То есть чем вас меньше видно, тем лучше. Вот как бы современно IT. Вот, дальше. Это постоянное развитие. Это поощрение команды постоянно развиваться. Курсы, тренинги, обмен знаниями, доски. Это класс. Дальше. Ответственность. Об этом мы говорили. То есть все это красиво, но это может привести к ужасным, к ООП головного мозга. Поэтому красота и ответственность. То есть ответственность перед вами, перед проектом, перед сроками, перед бизнесом, перед там, продажей и так далее. Это важно. То есть любое развитие, если просто оставить развитие, это будет благотворительность в пользу науки. И они сами от этого не получат удовольствия, разработчики. У них будут холостые проекты. А это ответственность. Ну и, естественно, желание служить клиенту, науке, человечеству. Вот такое светлое желание, оно должно как бы вот быть в команде, потому что это инженер. И вот слайд, чего не должно быть. Ситхи и говнокод. Вот. Это вот признак, чего не должно вот войти. Но, к сожалению, в веб-студиях иногда какие-то такие отблески появляются, с чем вот я рекомендую бороться. Это, во-первых, жесткая иерархия. Если над разработчиком стоит дурак, неграмотный, вот, не айтишник,
он, как сказать, ну, он снижает, во-первых, замедляется развитие. Во-вторых, люди, ну, то есть он, понимаете, если он создает условия и как бы соспособствует там, улучшению знаний, допустим, он, ну, не айтишник, но он посылает на курсы людей, он способствует их образованию, он покупает книжки, его будут любить. Это будет, ну, как бы, ну, лидер их. Если это будет ситх, который будет бояться и там топить конкурентов своих, да, там, что, ну, там, ну, как технический директор, который топит, ну, это, конечно, бывает очень редко в IT, как правило, не бывает, но я так образно говорю, то это, конечно, большая проблема. Вторая проблема вот у ситхов, да, это слабые коммуникации. Когда давятся коммуникации, когда нельзя там сказать о проблеме, когда ты зачем это говоришь, надо, ну, в розовом свете все выставлять, все. У вас проваливается качество, у вас проваливаются сроки, у вас проваливается система, у вас дикий говнокод, вот, и все страдают, особенно инженер. Естественно, вранье, там, искажение информации, опять же, это все как бы к этому ведет. Дальше. Код пишется не для клиентов, а для себя. Это тоже проблема. Но тут я, наверное, не буду сейчас этот тезис раскрывать, он так довольно сложный. Ну, то есть, суть в том, что бывает так, что программисты очень сильно затягивают сроки и занимаются самосовершенствованием таким. В итоге очень сильно страдает проект, страдает скорость разработки и страдает менеджмент, но менеджмент не понимает, что его программисты на 2 года обводят вокруг пальца. Такое тоже бывает. В итоге, то есть они создают метаврожденный код, который их устраивает, но который совершенно бесполезен, и он как бы постоянно плетется в хвосте за рынком. Такое есть. Бывает, кстати, довольно часто, особенно в сильных командах. Ну, то есть, когда тут как бы другой момент, когда команда переламывает под себя уже менеджмент. То есть не как обычно, допустим, там менеджмент вместе с там продажники, с разработчиками, ну, у них либо паритет, либо иногда продажники продавливают разработчиков, но при этом те получают при этом удовольствие, как бы у них такой взаимный обмен позитивный. А в данном случае программисты продавливают продажников, и возникает вот такой жуткий ситхи, когда код не для клиентов пишется. Ну, про рефакторинг ООП я говорил, то есть в такой иерархии, о которой вот эти вот моменты бывают часто в крупных компаниях, не айтишных, у которых есть айтишные подразделения, когда управляют там по наследству, там знакомые друзья и дают советы совершенно с потолка ненормальные, и в итоге страдает все, и в итоге остаются разработчики, которые способны в этом садомазе вообще продолжать работать. То есть нормально люди уходят, вы потеряете кучу людей. Вот, нет диалога монолог, опять же, у ситков. То есть, когда кто-то приходит, говорит, что какой он хороший, какие они плохие, и указывает на дверь, все. То есть, утечка мозгов обеспечена очень быстрая. Вот. Ну, если то, что я говорю, на самом деле, вы это все видели в «Звездных войнах», это все политика ситков. То есть, борьба за власть, страсти, монологи и, так сказать. Ну и, конечно, последний пункт, это полное отсутствие братского плеча, командной работы и интриги. То есть всегда, когда появляются интриги, отсутствует командная работа и нет братского плеча, нормального такого, все, появляются ситхи, и, конечно, с этой компанией все нормальные люди начнут валить. Они будут валить, все разработчики, они будут валить, может, не сразу, они будут искать варианты, но у вас останутся те, кто никому не нужен, и вы будете страдать, будет страдать ваш код, будут страдать ваши проекты, поэтому это не путь. И современное IT это уже поняло. Даже в крупных проектах, в крупных компаниях, типа Microsoft, Oracle, там IBM, уже как бы ситуация улучшается. Ну, в Microsoft вообще как бы с этим давно, на мой взгляд, гораздо лучше. В Google вообще с этим хорошо. Ну и вот все передовые компании, на мой взгляд, айтишные, они все вот на драйве. Поэтому, так, у меня... Почему разработчики уходят? Ну, я об этом уже говорил. Я думаю, не будем сужать. Так, у меня вопрос. Как, по вашему мнению, нужно продавать клиенту хороший код и тестирование? Если это не продукт, а проект. Ну, это вопрос к рынку. То есть, так сложилось, что, ну, когда вы строите дом, да, вы же, все же понимают, что там котлован закладывается, сваи забиваются, да, и почему-то вам не говорят, что не надо забивать сваи. Ну, то есть, если вы скажете, пальцем войска покрутят, и все скажут, ну, что это такое? То есть есть технологический процесс. Нужно просто заниматься просвещением. Ну, вы со своей стороны, мы со своей стороны. Надо объяснять людям, что есть закон физики, технологический процесс, который надо соблюдать. Клиент говорит, потому что он просто не знает. Он неграмотный. Он просто неграмотный, некомпетентен. Он не должен быть компетентен в этой области. Надо объяснять ему, что так это правильно. И хороший код... Надо не говорить хороший код. Это человеку не продашь. Надо продавать надежное развитие проекта в течение там, определенного времени. То есть вы объясняете, что есть вещи, которые, ну, допустим, унитаз нельзя на потолок вешать, хотя можно.
Это называется тестирование во время разработки. Но вы можете сказать, что если ты хочешь вносить изменения в проект потом и развивать его, тебе нужно писать правильно. Ну, то есть, не надо говорить, что код хороший. Код всегда должен быть хороший. Он либо хороший, либо его не должно быть. Это правильно. Но нельзя писать неправильный код. Неправильный код – это вы теряете команду сразу. Вы теряете утечка мозгов, это утечка репутации и так далее. Нельзя писать... Вы можете писать простой код. То есть мы сделаем хороший, но простой код, но чтобы его развивать дальше, нужно потратить больше денег. То есть либо ты платишь сразу столько-то, либо ты сейчас платишь меньше, но потом будешь платить больше. Вот так, в принципе, можно объяснить. Итак, значит, по поводу, почему разработчики уходят, мы уже говорили. Это меня не любят, меня окружают глупые, некуда расти. Эмоциональный стресс из-за бардака, скорости, сложности. Нет интересных проектов и хотят больше денег. Ну, то есть мы видим, что хотят больше денег на самом последнем месте, как правило. То есть, если человек хочет денег, вы его не удержите. Но таких очень мало. Поэтому в основном это вот эмоции позитивные. Так, и атмосфера развития инженерного. Итак, значит, последний, наверное, слайд у меня. Чем опасны крупные IT-компании? Ну, я об этом уже говорил, повторю. Так, значит, пишут к унитазу. Ну, по поводу унитаза, это же байка на самом деле, что известная байка, что клиент приходит. Клиент же не будет спорить, где бы унитаз поставили. Он должен стоять внизу. И все понимают. То же самое в IT. Есть тестирование. Есть тестирование, это обязательно. Есть аналитика. Надо просто это делать и говорить клиенту, это надо, что. Если кто-то не делает, он некомпетентен. Все. Вопрос. Какие KPI можно вести для программистов и в разработке в целом? Понимаете, вот... KPI это все, это абстрактный мир, это все управление армией, это все управление строительством. То есть программирование это сложный процесс, очень сложный процесс. И любые способы упростить и как-то это оценивать, они есть, но ускорить работу головного мозга невозможно. И никто этого, и скорее всего это не сделает. То есть и всякие KPI, ну то есть вы должны понимать, к чему это приведет. Допустим, KPI на количество строк кода. Ну, кто-то до этого может додуматься. Это будут портянки писать. KPI на количество багов. Люди будут скрывать сложности, будут друг на друга вводить ответственность. То есть все эти KPI попахивают фашизмом. Но, на мой взгляд, KPI единственный для команды разработки, это первое. Это люди берут на себя ответственность. Это люди работают. Это люди переживают за проект. Переживают за проект. Действительно, вы видите, что они переживают. Они не отвлекаются, они не фигня. И это люди, которые стараются к релизу и к дате, к дедлайну, вот когда выставить дедлайн, сделать и все сделать. То есть они ночами остаются, они на выходных работают. Ну, то есть, если вдруг не получилось, то есть оценили вроде нормально, но понимаете, это инженерия, все может быть. На самом деле, может лавина сойти, как мы говорим. Поэтому, если люди стараются сделать к релизу и понимают, что дедлайн это важно, это их KPI. Все. Как только они работают, они получают премию. Если начинается вот эта вот торговля, сколько строк написал, сколько багов сделал, сколько ты... Начнется такая ерундистика, сколько ты потратил... Вот эти вот... Это то же самое, что оценивает рабочее время. Это все садомазы такие. Это менеджеры пытаются иногда как-то упростить эту область. Это может быть надо делать, но не в программировании, ни в коем случае, не в разработке. В разработке KPI менеджера это насколько достаточно людям печенья и кофе, насколько позитивна атмосфера, насколько обеспечена коммуникация и искренность, и всплывают проблемы KPI-менеджера, KPI-разработчика, насколько ты пишешь простой код, насколько ты пишешь дешевый код, вот, насколько ты документируешь его, ну, как бы для других, насколько ты общаешься со своими коллегами и не хамишь им. Вот это KPI. И насколько ты в проект у вас там релиз взлетает срок. Все. Все. Зарплата программистов лучше почасовой или фикс? Ну, знаете, почасовая зарплата. Ну, с почасовой зарплатой, конечно, куча вопросов возникает. Непонятно, что человек делает. Он может растянуть задачу. То есть, на мой взгляд, конечно, ну, для проектов лучше, конечно, фикс для проектов. И премия. Вот. Ну, премия за то, что люди к релизу, допустим, там, не спят ночами, днями и так далее. Это часто очень бывает. В инженерии отпуск бывает проходит. Ну, к сожалению. То есть, если ты выбрал профессию разработчика, ты выбрал драйв, но как бы такие вещи могут быть. И ты должен понимать, что разработческая ответственность это две неразделимые ценности. И нельзя, как бы, они всегда идут вместе. И вот умение брать ответственность и задачу пытаться решить срок, это очень важно.
Так, коллеги, ну что, мы, в принципе, по поводу больших компаний тоже я рассказал. Риски, бюрократия, страх новых рисков, отсутствие индивидуальности, ощущение собственного вклада, работа в корзину часто. Вот. Очередь на твое место в отделе кадров. То есть вы попадаете в ад на самом деле. То есть вы попадаете в такой, в кавычках, Газпром, ну, в кавычках, конечно, вот, где все расписано, где в руководстве стоят, как правило, ну, часто, может быть, люди, не которые действительно там должны стоять, а почему-то они туда попали, боятся делать новые проекты, потому что у всех зарплаты хорошие, зачем рисковать? Можно делать то, что ты получаешь, и так далее. То есть отсутствие риска, отсутствие проекта, отсутствие драйва, вы начнете сразу деградировать и так далее и тому подобное. Дальше. По поводу Москвы. Значит, какой момент? Не все разработчики понимают, что в Москве может одолеть человека ностальгия, он будет очень сильно скучать, вот, тянет людей, там, женщин, мужчин вот, к родному краю. Это большая проблема. Потери родителей, друзей. Это Москва, это один большой вокзал, к сожалению. Вот. Дальше. В Москве убивается много времени на дорогу, если ты там не купил себе квартиру где-то. Вот. Дорогая жизнь, дорогое жилье. Гораздо более дорогое. То есть все, что ты будешь зарабатывать как разработчик, ты будешь тратить. Вот. То есть Москва — это толпа зомби постоянно утром там в метро. Это не каждый знает об этом. То есть разработчик может это увидеть, но если может сказать, показать, он может и не захочет туда ехать. Поэтому в студии надо ценить, чем ты обладаешь, тем, что ты обладаешь. И последний, наверное, слайд — это нужно ли разработчику становиться менеджером. Вот, кстати, это тоже байка такая. Многие почему-то хотят стать менеджером, не понимаешь, чем это чревато. Надо людям просто когда-нибудь объяснить разработчикам, что это такое. Во-первых, менеджер очень быстро теряет квалификацию кодить. Буквально за неделю пальцы отвыкают от программирования. За 2 недели больше, за месяц все. Ты очень сильно отвыкаешь. Ты теряешь, самое важное, ты теряешь инженерную уверенность, что твой код взлетит. Это самое страшное, что ты начинаешь терять. Ты теряешь вот связь с компилятором. Это важно. Поэтому, хочешь стать менеджером, прощайся с разработчиком. Ты не догонишь это. Это разные вещи. Другой драйв. Будешь забывать алгоритм. Они так забываются. Менеджер вообще будет забывать все больше, больше, больше. Ты будешь хуже проектировать. В итоге от тебя будет толка все меньше и меньше. Ну, ты будешь анализировать хорошо требования клиента, но ты будешь обречен на то, что ты будешь с этими девочками, которые будут знать, что они хотят, два слова не могут связать от клиента. Ты будешь их мысли эмоциональные связывать что-то логическое. Вот, в принципе, к чему ты придешь. И ты хочешь кем стать? Каким ты хочешь стать менеджером? Проект-менеджером. Ты хочешь бумажки прикладывать, что ли? Ты хочешь бегать, всех пихать, что ли? И вот это что ли? Ты хочешь, чтобы тебе звонил клиент и спрашивал? Ты вот этой судьбы хочешь? Тебе не интересно программировать, ночами там код отлаживать в сети? Ты хочешь заниматься бумажками? Люди иногда не понимают. Им кажется, что менеджер круто. Да менеджер — это такие риски. Причем у менеджера такие есть риски. Если программист может за ночь закодить что-то, то менеджер, он бывает и не знает, что делать. От него многие вещи не зависят. Ему сказали оценку и сорвали оценку. И он за это получил. То есть не надо быть стараться менеджером, это совсем другая область. Может стать скучно действительно, да? Может лень одолевать. То есть поэтому здесь надо людям просто рассказать. И возможно, как бы они перестанут хотеть этого. Итак, а нужно ли менеджер становиться разработчиком? Ну, я сегодня, наверное, много рассказал, что такие разработчики, и как бы цель их, и какой драйв у них. Я думаю, вы поняли, что я сам разработчик, как бы в душе. Но. Я не знаю, если вы готовы писать код и любить его, то в принципе да. Если вы менеджер, вы умеете коммуницироваться, да, там, понимаете, что бизнес-задачи, вы можете стать разработчиком, и вы будете таким разработчиком, который будет там двигать всех, там, как бы управлять, стараться управлять, ну, как бы помогать и так далее, двигать команду вперед, там, проявлять свою энергию в проектировании. То есть навыки менеджмента, конечно, нужны разработчикам. Во-первых, это умение брать на себя ответственность. Это часто свойство менеджера хорошего, умение брать на себя ответственность. Во-вторых, это храбрость. Разработчики, все хорошо, пока дело не доходит до релиза, когда начинает, ну, страшно, потому что это ответственность, это люди. Третье – это умение выступать. Четвертое – это вот эта энергия, драйв, когда. Пятое – это сложные задачи, когда у хорошего менеджера при возникновении сложных задач глаза наливаются кровью, сжимаются кулаки, то есть это адреналин, подраться. А разработчик, все, у него сразу муза ушла, и человек
начинает тупить, там, в одну точку смотреть, творческая личность, как бы. То есть, конечно, это хорошо. Бывает, как бы, такие переплетения менеджер-разработчика, поэтому все это надо совмещать. Так, значит, еще вопрос. А, ну все, в принципе, коллеги, вопросы закончились. Вот, и как же удержать сильную команду рулетей? Конечно, первое – это любовь. Управлять красотой, инженерным качеством, алгоритмом. И удовольствием от довольных клиентов. Популяризация постоянного самообразования. Должен быть драйв обязательно, движение вперед, печеньки, кофе. Позитивная творческая атмосфера. Вот, эффективный обмен знаниями. В принципе, вот эти вот как бы качества, это самое главное, мне кажется, сейчас в IT и в веб-студии. То есть, вот я тебе пишу, вот вы примерно скачаете. Вот, автоматизация, инженерно-научный труд, расширяйте кругозор, копайте глубоко, не карайте, увлекайте. Ставьте IT. Потому что наше призвание с вами-то, мы же айтишники, это поставить технологии компьютерные и служение людям, чтобы они принесли радость и счастье, а клиентам ощущение чуда. В принципе, в этом-то и цель. Это вот мой любимый слайд в этой презентации сегодня. Вот, коллеги, это вот последний слайд. Пожалуйста, 5 минут на вопросы, пожалуйста, пишите, я отвечу. Вот. И спасибо всем. Эли, кидайте отзывы, что интересно, что сделать лучше, что было неправильно, и мы учтем это в следующих наших вебинарах. Спасибо. Привет из Ростова. Привет, Ростов, родной. Да, запись будет. Так, вопросы идут. Значит, сейчас я поотвечаю на вопросы. Может, кому интересно, послушайте. В контексте работы. Так, секундочку. В контексте удобства работы программистов, что менеджер должен знать? Agile, PMBOK, Waterfall. Ну, смотрите, PMBOK вообще, на мой взгляд, не надо знать менеджеру. PMBOK это вообще отдельная область, это всякие строительства и так далее. Это вообще, это другое. В разработке обычно Agile, понимать основные принципы Agile. Но Agile это страшно рискованная технология. Agile это то же самое, вот смотрите, Давид и Голиаф. Вот Давид, который камушком кидал в Голиафа, спроси, это Agile. Вот. А PMBOK это выстроенный легион римской армии, который воюет там с этими с великанами. То есть PMBOK это дорого, долго, медленно, куча ресурсов. Agile это хорошо, быстро, качественно, но надо кидать хорошо камушек и обладать офигенной интуицией, чтобы тебе этот великан случайно на тебя не наступил. А и когда проекты начинают из простых переходить в средние и сложные, как раз вот риск, что у вас раздавит сложность, очень велик. Поэтому Agile это для, как правило, это для сильных команд. И в Agile очень важен менеджмент. Вот именно технический менеджмент, то есть сильный технарь должен быть хотя бы один, который знает, что такое программирование хорошо, должен быть хороший сисадмин, который знает, что такое администрирование на самом деле, ну, такой ботаник настоящий. Это должен быть еще менеджер, который в случае чего может превратиться в монстра и превратить весь рай в ад. Ну, на мгновение, чтобы все забыли, что это было. То есть тогда будет работать Agile. Agile, к сожалению, вот если иногда не постукивать и не превращаться в монстра, не работает. Вот. Так, дальше. Ну, Waterfall, что такое Waterfall? Что там знать? Это упорядочивание процесса и выполнение последовательно. Там вот здесь все эти Agile, Waterfall, скрамы, рупы, это все, извините, это все очень можно за пару выходных, в принципе, полистать, понять принцип. Но это не надо внедрять прям так один в один, потому что это фанатизм. Надо брать нужное. И смотреть, от людей зависит, кто у вас люди. Если у вас люди готовы работать по Agile, то сильная команда, это хорошо. Если у вас студенты, только водопад и только равняясь мирно, упал, отжался, подтянулся. То есть, иначе студенты просто, они сами этого не понимают, все загубит вам. Вот, и вы получите осадок, и они получат осадок. Так, как учитывать KPI? Ну, про KPI спрашивали, но я уже говорил про KPI. Что такое KPI? Вы работаете с людьми, вы работаете с инженерами, которые занимаются сложным, писать код это сложно. Какой там KPI в коде? KPI это хорошая атмосфера и отдача людей проекту, искреннее служение компании, желание сделать проект, желание сделать срок, желание взять на себя ответственность и нести, и вот это KPI. Вот и все. Всякие метрики, сколько сходил там раз в туалет, сколько ты там кода написал, это все фашизм. Это все не работает. Это все нужно для бумажки какой-то. То есть, я вам говорю, как есть, это не работает.
Это все, ну, со студентами это может и будет работать, где там как бы у вас, ну, то есть низкоквалифицированный труд, там Макдональдс, там, или там ЖЭО номер 5, там, уборка снега, это работает. В серьезных проектах сложных это не работает. Там все гораздо сложнее, чем вот эти циферки, которые мы называем KPI. Так, BitX24, это все понятно, но как насчет других инструментов рутины? Ну, смотрите, BitX24, ну, как инструменты какие? Вики и трекер задач. Все. Этого достаточно, и группы рабочие. Для автоматизации рутины еще разработчики используют бэктрекер, например, Redmine или Mantis. Используют также Wiki и систему контроля версий. Все. Это основные инструменты автоматизации. Больше их нет. Все остальное есть, но это уже если вы доросли. То есть, еще раз, Wiki, трекер задач, чтобы ставить задачки, следить за исполнением, пускать по бизнес-процессам определенно. Ну, можно даже без бизнес-процесса просто задачки запускать. Вот. И система контроля версий. Все. Вики-менеджер фиксирует требования, разработчики работают с контролем версий в задачках. Все. Поставьте Redmine, там это все есть, если вы разработчик. Если интересно, я расскажу про инструменты в отдельном докладе. Итак, спасибо. По вашему мнению, что также лучше для программистов? Kanban, Scrum. Хороший вопрос, что лучше для программистов, Kanban или Scrum. Это зависит, во-первых, от людей, во-вторых, это зависит от проектов студии, что за проекты вы делаете. Что такое Kanban? Kanban – это классная методология, которая ориентирована на качество и на то, чтобы люди, занимаясь любимым делом, гики, их не отвлекали. Считается в идеологии Kanban, что человек, если его не отвлекать, создать условия ему, и не переключать контекст, способен сделать объем работы больше, чем если его постоянно дергать, троллить и переключать. Но в Kanban'е со сроками там как бы ну, не стремятся оценивать, потому что как там оценивать. Но в Kanban'е как? Ты приходишь, говоришь, слушай, вот мне надо там сделать форму авторизации. Сколько это? Ну, обычно вот у меня эту форму делают, ну, там, дня два. Там. Ну, ты задачку ставь. Ну, то есть, как художники, вы пришли в художественную студию, вам это сделали. Если клиент адекватный, нормальный, не психопат, по канбану прекрасно можно работать. То есть, сидят люди и делают. Ты пошел, задачку поставил, ее сделали. Ну, просто в очередность, по-моему, мог задачек поменять. Ну, где-то переполнение там. То есть, канбан прекрасная методология. Она, как бы, для веб-студии очень хорошо подходит. Скрам, там немножко больше фашизм. Несмотря на то, что скрам это типа круто, скрам фашизм в том отношении, что там есть немножко дух американства и дух Макдональдс. Разработчик с утра строит, равняясь мирно, все рассказывают, что они делают. Ну, то есть в скраме отношение к разработчикам как к дегенератам, которые не умеют общаться между собой, как к дебилам, а социальным дебилам, которые могут только писать код. Такое отношение. То есть дальше разработчиков строят, потом, значит, разработчики, да, сами берут свою участь, выбирают на доске свою задачку, затем их заставляют оценить это, оценивают унизительно, собирая людей за столом, где они спорят между собой, пока менеджер не увидит, что задача примерно оценена одинаково. То есть, и самое страшное в скраме, что в скраме, то есть, людям создают как бы видимость, что скрам это круто, это для людей, на самом деле скрам это фреймворк такой, который все-таки выжимает соки очень серьезные, очень сильно утомляет. Но я не могу сказать, что это плохая методология. Это хорошая, эффективная методология. Вот. Если она хорошая, то есть, но там есть подводные камни. Первый подводный камень – это говнокод. То есть, когда людям взяли оценку, потом они должны все это показать на демонстрации, публично, взять на себя ответственность, скрыть себе вены. Они будут стараться сделать хоть бы что, чтобы это работало. Это говнокод. В итоге получается на выходе у вас проекты выпускаются быстро, но какое там качество внутри, непонятно. В скраме совершенно непонятно, как тестировать. Пытаются по-разному, но качеству там уделяется внимание. Ну, то есть, скрам это как бы канбан с плеткой. То есть, пришел еще канбан, а потом пришли менеджеры, стали всех гонять. Вот это скрам. Как бы вроде бы печеньки и как бы скрам-мастер есть. Ну, задача скрам-мастера, понимаете, на самом деле, это делать так, чтобы люди как можно, ну, выгорали больше и ну, не совсем. То есть со скрамом осторожней. То есть я работал по скраму несколько лет. Прекрасная методология, но будьте осторожны. Потому что не превратите ее в фашизм и не превратите ее в фабрику по созданию, по быстрому созданию больших объемов говнокода. Это очень со скрамом вероятно. Вот. То есть если вы вырвете скрам, что там у вас хорошая перспектива, что у вас все прозрачно, все честно, все как бы вот ну, нормально, то вот
Ну, как-то так. Вот. Но в Bittrex я бы не сказал, что Scrum. То есть в Bittrex вот Agile, наверное, вот у нас. Agile XP такое. Вот. Потому что если бы был бы Scrum, то это был бы психоз на демонстрациях очень большой. Люди бы продолжали, получали эмоциональный срыв такой. Ну, то есть, как бы делайте выводы. Итак, мой опыт. Ну, мой опыт по Scrum, я сказал. Вот, в принципе, поделился им. Какой мой опыт по Scrum. Я могу много про Scrum рассказывать, разные истории. Так, вопросы. При фиксированной стоимости проекта клиент спустя время начинает придумывать новую фичу. Как отказать? Ну, смотрите, ну это нормально. Ну, просто как строительство. Ну, вы сделали ремонт в квартире. Пришли дяди, там, содрали пол, сделали стяжку. Месяц, да, неделю она сохла. Потом сделали там, проводку. А потом клиент говорит, а давайте проводку под стяжкой положим. И включает дурачка. Ну, как с ним общаться? Надо ему объяснять, что есть стоимость. Что это стоит столько-то, это стоит столько. Надо срывать пол. А он скажет, а что, вы не волшебники, а вы не можете за магическим взглядом сорвать пол и переложить? Вы же программисты. Это обычная некомпетентность. Это, как сказать, неграмотность клиента. Надо их объяснять. Спокойно объяснять им, как разумным людям. Мы же все разумные люди с вами. Объяснять им, как это устроит. Что любое изменение в проекте требует... перепроектирование. Мы же заранее не знали про это. А если мы заранее закладывали, мы проект сделали в 5 раз дольше. Не надо этого стесняться. Рассказывайте, как есть. И скажите, что это изменение требований. То есть в момент проектирования вы нам об этом вообще ничего не сказали. А мы спрашивали. Вы поставили девочку, которая отвечала в стиле «Меня зовут Настя» на любой вопрос. Вот. А теперь, оказывается, у вас там сложный алгоритм расчета скидок. А мы о нем не знали. А у вас еще есть наценки. Извините. Надо все перепроектировать, платите, мы перепроектируем. Это нормально, надо приучать к этому. Это сложная работа по аналитике, да, только так. Где искать аналитика в помощь Project, который хороший коммутатор, но не очень хороший логик и не любит рутины. Как это? А, где искать аналитика? Да, аналитик это склад ума. Это человек, который копает, все. Это человек, который придирается, копает, спрашивает. Его задача накопать как можно больше вот, вопросов клиенту, как можно больше деталей задать, то есть выкрутить ему мозг. Это обычный человек может быть, это не обязательно математик, это может быть программист, это кто угодно может быть, это не обязательно программист, любой человек, девушка может быть. Девушки прекрасные аналитики, они мозг вынесут вам полностью, просто вынесут, разберут, заново все извилины свяжут и поставят. Поэтому тут... Это свойство человека, аналитика. Задачки умеет решать хорошо. Вот аналитик. Вики не смог использовать корректно Bittrex 2.4. Можете использовать правильный сценарий, использовать Вики для проекта. Ну, как используется Вики? Вики – документация. То есть вы создаете задачки для выполнения, создаете их в виде задачек. Они выполняются. Затем задачка выполнена, какое-то что-то создано. Вы создаете Вики-страничку. В итоге у вас постепенно в Вики создаются статьи, которые связаны с задачками. Можно связывать, можно не связывать. Ну, как связывать? Ну, ссылку ставить на задачку и все. Вот. И потом у вас постепенно проект становится описан в Вики. И, ну, как, не все прям детально описано, но основные вещи фундаментальные, они описаны в Вики. Все остальное в коде. Но так как код хороший, у вас атмосфера хорошая, конструктивная, позитивная, у вас не, там, не знаю, не дом интеллектуальной терпимости, а у вас программисты работают, им интересно, они не уходят, у вас печенек много, кофе налито, то как бы код нормальный. Всегда в коде можем посмотреть, как бы это, как это работает детально, это нормально. А в Вики в основные вещи описаны. Вот. Ну, если хотите разобраться глубже, поставьте Redmine. Redmine. Красная шахта, как бы, по-английски. Посмотрите, как там работает, в принципе, связка Вики, задач. Там это в принципе, стандарт де-факто такой. Есть еще Jira. Jira, посмотрите, как она работает. Ничего сложного там нет. Это можно понять за пару часов, как работают эти системы. Они очень простые. Надо понять суть, минимальную суть. Не надо детали, не погружайтесь в детали. Минимальную суть и далее работайте в ней. Так, коллеги, у меня, я думаю, вопросов больше нет. Всем спасибо. Пожалуйста, пишите на e-mail мой, если будут вопросы, я вам помогу. Вот. И пишите вот, Алине отзывы. Я почитаю и постараюсь учесть их. Всем спасибо. До свидания. Хорошего настроения и удачных проектов. И удачного управления командами веб-разработчиков.